Добрий вечір, шановні миколаївці, шановні гості, експерти, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається тут у нас на контраргументі для того, щоб поговорити про найважливіше і найцікавіше. Сьогодні тема нашої програми присвячена тому, що відбувається з бізнесом в Україні у 2017 році. Адже, з одного боку, була маса різних новацій, які нібито спричинили просто, ну, практично смерть середньому підприємництву, як казали багато з тих підприємців, які протягом багатьох років показували нулі у своїх прибутках, а потім довелося щось робити зі своїми підприємствами, або закривати, або починати платити податки. І це нібито виявилося для них просто кінцем їх підприємницької кар'єри. З іншого боку, з'явилося багато новацій, які нібито покращують життя бізнесу і, принаймні, якісь можливості, які використовують такі люди, як Ілля Шполянський зі своїм бізнес-інкубатором, вони також свідчать про те, що не все так погано. У будь-якому випадку краще послухати тих, хто безпосередньо займається бізнесом і якось зводить кінці з кінцями, якось виживає. З тими, хто захищає бізнес, як у нас тут є присутні в нашій сьогоднішній студії. Втім, найголовніше, я думаю, що потрібно не слухати тих, хто починає просто волати «все погано». Або просто казати, а як я працював у тіні, так і буду працювати, у мене все добре. А спробувати розібратися самим, що ж там воно насправді відбувається. Оскільки тема така специфічна, і підприємці, як завжди, або не хочуть говорити, або хочуть говорити без будь-яких доказів, тобто, ну, все погано, тому що погано, то опитування сьогодні у нас не вийшло, на жаль. Втім, більше часу лишиться для відвертої, конструктивної і дуже компетентної розмови. А гості у нас, як завжди, дуже відповідають усім тим критеріям, які я тільки що оголосив. Вони і компетентні, і цікаві, і відверті. На жаль, окрім Дмитра Прокоф'єва, у нас сьогодні немає чиновників, яких ми також запрошували різних рівнів. Ну, за різними обставинами вони не змогли взяти участь у нашій програмі. Втім, Дмитро Ігорович завжди, як я вже казав, і компетентний, і відвертий, і не приховує того, що відбувається і поганого, і доброго у сфері оподаткування. І крім того, все ж таки він набагато довше був підприємцем, ніж перебуває на посаді чиновника, керівника податкової інспекції. Тому йому завжди є що з чим порівнювати. Я думаю, що він сьогодні віддуватиметься за усіх наших чиновників, і тому починаємо парад наших візитівок саме з нього. Отже, Дмитро Ігорович Прокоф'єв, начальник ДПІ у центральному районі міста Миколаєва. Будь ласка, візитівку. Дмитро Прокоф'єв, начальник Державної податкової інспекції у центральному районі міста Миколаєва. До приходу у фіскальну службу 20 років займався комерцією. Отже, із особливостями ведення бізнесу в Україні знайом не з чуток. Це дозволяє йому простими словами роз'яснювати складні податкові питання. Наша постійна гостя Надія Валеріївна Іванова, директор ТОВ «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради. Будь ласка, візитівку. Надія Іванова, директор ТОВ «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради. Надія Валеріївна активно допомагає та підтримує Миколаївську громаду. Виступає меценатом культурних заходів у місті й області. Допомагає військовим провізією, яку волонтери возять до зони проведення АТО. Надія Валеріївна небайдужа до чужих проблем. Має активну політичну та громадську позицію. І третій наш гість – В'ячеслав Валентинович Сімченко, директор ТОВ «Миколаївський тепловозремонтний завод». Будь ласка. В'ячеслав Сімченко, директор ТОВ «Миколаївський тепловозремонтний завод». Уродженець Одеси. Закінчив університет імені Мечникова за спеціальністю «Прикладна математика». З 2000 року займається комерцією. Став широко відомий у Миколаєві завдяки діяльності його підприємства «Миколаївський тепловозремонтний завод». Активно допомагає українським військовим та займається благодійністю.
Отже, уявлення про наших гостей ви вже маєте. Наші експерти, як завжди, представляться по ходу справи. А зараз я за традицією пропоную по хвилині кожному з наших гостей для того, щоб визначитися з ключовими тезами, про які вони збираються сьогодні поговорити. Ну, якщо починали з Дмитра Ігоровича, то думаю, зараз почнемо з Вячеслава Валентиновича. Будь ласка. Ну, що стосується ситуації в бізнесі в країні, є завжди прості критерії, щоб зрозуміти, наскільки бізнесу комфортно, або некомфортно. Можна за останні 10-15 років взяти статистику, подивитися по сторонам, яке кількість підприємств нових створено, особливо производственних підприємств, і яке кількість підприємств закрито. Я думаю, тут как бы, картина говорит сама за себя. А дальше, вот, не знаю, может быть, у меня не те друзья или мы не о том говорим, но почему-то все чаще среди предпринимателей звучит вопрос бизнес-эмиграции. К сожалению, от многих очень слышу такой тезис «продать бы бизнес за нормальные деньги и уехать куда подальше». И многие это реализовывают. Несколько ребят продали тут бизнес, организовали подобный в других странах, в Индии, во Вьетнаме, казалось бы. Производят там товары, привозят их сюда. Почему такая ситуация складывается? Ну, наверное, отчасти ответ на это дал Илон Маск в своем ответе нашему премьеру. Да, потому что действительно, уровень коррупции настолько зашкаливает, что ну, не хочет бизнес тут развиваться, и уж тем более никакие инвестиции сюда не идут. Простой пример. Речь идет о другом городе, не о Николаеве. Но, тем не менее, ситуация сходная для всей страны, я думаю. Мы, друзья, выкупили заброшенное производственное помещение, базу, которая стоит уже там, лет 20, разваленная. Заплатили за нее порядка там, 400 или 500 тысяч долларов. Еще около миллиона у них запланировано инвестиции, перестройка этой базы, наладить новое производство. Так вот, только за то, за разрешение на начало строительства, им предложили заплатить там, порядка 100 тысяч долларов. То есть 20% от стоимости того, что они заплатили за это все. Это вот воздух, это деньги ни за что. Ну, какой же бизнес, в каком развитии идет речь? Второй пример, опять же, речь идет о другом городе, но это не принципиально. Также нашлись еще одни сумасшедшие, которые решили организовать тут бизнес. Интересный бизнес. Прогрессивная технология, реальное производство, необходимые дополнительные мощности электроэнергии. За подключение только, опять же, ни за что. Это не за трансформатор, не за кабеля, просто за подпись. Им предложили заплатить порядка 2 миллионов гривен. Но о каком развитии бизнеса, о каких комфортных условиях мы можем говорить на сегодня при таких раскладах? И на конец еще один на финальный пример. Комплексная налоговая проверка, все хорошо, все замечательно. Там какой-то есть акт, какие-то штрафы, все это оплачено, все прошло, проходит 3 месяца. Опять приходят, говорят, понимаете, вот подумали, вот все как-то на том предприятии. Нам кажется, надо было бы больше штрафов. Ко мне обращаются эти ребята, говорят, ну вот как, вот что делать? Поэтому вот говорить сегодня о каких-то благоприятных условиях для бизнеса, ну, не знаю, ну говорить есть о чем, скажем так. Спасибо. На самом деле мы говорим о том, каковы условия для бизнеса в принципе, благоприятны они или нет. Я очень надеюсь, что Дмитрий Игоревич хоть слегка тучи разведет руками. А тут сейчас как раз очередь Надежды Валерьевны, которая тоже всегда есть что сказать, а уж по поводу бизнеса, так тем более. Пожалуйста, Надежда Валерьевна. Ну, мы еще говорили, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, и бизнес не всегда готов к стремительным, многочисленным переменам.
к лучшему, а не к худшему, это время покажет. Но адаптация постоянная. Бизнес, процесс такой трудоемкий, долгоемкий, и когда люди вкладываются в производство, они должны понимать, ну, условия игры, в которые они играют. И налогообложение, и кредитование, и так далее. То есть все просчитывается. Бизнес – это есть финансы, есть подсчет. И когда условия игры постоянно меняются, причем не всегда в лучшую сторону. Я сегодня здесь затронута тема того, что кто-то платил на ли и теперь вынуждены. Это бумажки, которые закрыли. Но и реальному бизнесу действительно достаточно сложно. Что касается коррупционной составляющей, это не новинка в нашей стране. Это и миф, и легенды, и правда одновременно. Чего есть на самом деле, но это не за последний год, два, пять или десять происходит. Это было и достаточно продолжительно и долго. Очень хочется, чтобы с этим когда-то поборолись, но в принципе надо менять систему, а не бороться с отдельными чиновниками. Поэтому если будет изменена вся система, но опять же, медленно, а не быстренько, да, как у нас все делается. Например, буквально на днях, да, решили проэкспериментировать, когда осталось 5 дней до конечного срока регистрации налоговых накладных, и ввели быстренько из Киева новую пробную систему, которая виснет, которая не показывает остатки, и, в общем-то, бухгалтера вот просто на ушах. И еще скажу, что нововведение бизнеса, те, кто платили налоги, они их так и платят. Ну, то есть им как бы комфортно, некомфортно, некомфортно в том плане, что в связи с изменениями в законодательствах, ну, большинству, с кем я знаю коллег, приходится увеличивать штат бухгалтерского состава, потому что в связи с тем, что система еще пока не работает, они в пробном этапе очень много времени убивается на различные технические тонкости, просто человек физически не успевает, поэтому это, опять же, определенные дополнительные затраты для любого бизнесмена, который ведет. Но я как искренний оптимист, ну, все-таки надеюсь, что, ну, были разные трудности, и бизнес переживал за время независимости Украины. Я уже не говорю, что я долго в бизнесе, но с 2003 года, ну, достаточно продолжительно возглавляю бизнес, и я понимаю, что мы переживали разные катаклизмы ситуации, скачки валют и много-много всего. Ну, и как аграрии много переживали, раз там непогоды и природные вещи всякие. Но мы это все переживали, и я думаю, что, ну, некоторые проблемы заставляют настоящего бизнесмена мобилизоваться. Спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что мы вещаем не только в телевизоре. Нас можно смотреть на прямую трансляцию на Ютубе, нас можно смотреть на нашем сайте, вот сейчас идет картинка МДРК ТВ. Можно писать нам, вот уже через 15 минут появятся телефоны нашей прямой связи, 47-63-37, я вам уже скажу сейчас. Когда увидите телефоны на экране, значит, уже можно звонить. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, пишите мне на Фейсбуке, пишите, звоните нам сюда, пишите на нашей странице. Давайте активнее принимать участие в этом нашей дискуссии, потому что то, что говорится здесь, безусловно, говорится не просто для того, чтобы тут между собой собрались умные люди и побеседовали. Мы хотим быть для вас полезными, поэтому пользуйтесь возможностью, задавайте вопросы или озвучивайте ваши позиции. Пожалуйста, Дмитрий Игоревич. Спасибо. Ну, я все-таки попробую, как вы сказали, немножко разбавить этот негатив позитивом, да, вот который там... Негатива еще не было. По поводу, вот, в начале, ну, я буду чисто цифрами оперировать. И в начале передачи вот Ярослав сказал, что было там принято ряд изменений, которые там повлекли смерть вот там малого бизнеса. Как говорили, да, мы это все слышали и по телевизору, и в интернете. Но на самом деле... Хочу ответственно заявить, никакой смерти на самом деле не произошло. Действительно, те предприниматели, которые находились в так называемом таком спящем режиме, да, то есть они не показывали там никакой деятельности, никакой активности, соответственно, не должны были там платить никаких налогов. Их это в первую очередь коснулось. Да, то есть работаешь, не работаешь, они должны в любом случае там минимальную вот эту с минимальной заработной платой ЕСВ уплачивать бюджет, да, 704 гривны.
там правильно это, неправильно, мы можем так как бы дискутировать, но закон такой принят, факт, и многие по этой причине, чтобы не платить 704 гривны, пошли закрывать свои предпринимательства. Но в то же самое время, несколько тысяч, я сейчас точно цифру не скажу, но несколько тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в Николаевской области, это как бы тоже факт. Поэтому те, кто собирается реально работать, они это регистрируют, работают, и для них не проблема уплатить эти там 704 гривны в месяц. Кто не работает, или он находится в тени, или он действительно просто не хочет показывать, не хочет там платить эти деньги. Это касается там малого бизнеса. Что касается предприятий, открытия предприятий, опять же, где-то порядка, ну, 5-10 даже предприятий бывает в день. Только в нашей инспекции мы подключаем там новые договора на электронное обслуживание. То есть предприятия новые открываются. Да, возможно, вот как Вячеслав сказал, это не производственные предприятия, это в основном, конечно, торговые предприятия, но тем регистрируются, работают. И суммы, уплачиваемые в бюджет ими, ежемесячно мы увеличиваются, то есть нам увеличивают планы, мы эти планы там стараемся выполнить, но каждый в сравнении с предыдущим годом и с предыдущим, то есть это в принципе постоянно увеличивается. Я бы больше отметил как бы другую проблему, вот, которую Надежда затронула, да, что отпугивает бизнес в первую очередь, это вот эти постоянные изменения, тут я согласен, да, то есть в законодательстве. То есть нам уже неоднократно обещали, что вот будут приняты какие-то там правила игры, новый налоговый кодекс, и какое-то время, там 5, 10, там 15 лет, в него больше не будет носиться никаких изменений, и бизнесу будет уже там комфортно работать. Изменения происходят, они постоянно принимаются, и возможно это, конечно, немножко отпугивает предпринимателей. Но я хочу сказать, что не все эти изменения, ну, как бы негативные, то есть все равно потихоньку да, наше правительство, Верховная Рада, они все равно прислушаются, где-то уменьшаются какие-то налоги, где-то планируется в перспективе там их уменьшение, отмена налога на прибыль полностью планируется, замена ее налогом на вывод там капитала и так далее. То есть не так все плохо. Если даже взять налоговые там системы других стран европейских, то я не могу сказать, что у нас в Украине там низкие налоги. Нет, но есть ниже, но есть и выше значительно. И во многих как бы там тех же европейских странах, к которым мы стремимся. Да, вот там в Сингапуре НДС там 7%. Да, конечно, было бы хорошо, если бы он и у нас был 7%. Но поскольку это на сегодняшний день основной бюджетообразующий налог, то ну, невозможно это сделать вот так вот за один день, просто его там отменить или уменьшить или еще что-то. Это надо просчитывать все риски, которые там государственный бюджет в результате этого получит. Но мое мнение, даже как бывшего предпринимателя, который там 20 лет занимался бизнесом, как вы сказали, 2 года только работает в системе государственной, то ну, не так все плохо. Я это вижу немножко с другой стороны. Да, есть негатив в СМИ там, но поверьте, не так все печально, и я тоже как оптимист надеюсь, что все-таки рано или поздно мы уже примем кодекс, который мы не будем менять там какое-то, там, не знаю, 10-20 лет. А если и будем менять, то только к лучшему, и нашему бизнесу не надо будет уезжать за границу, покупать там бизнес, продавать здесь, очень хочется в это верить, и по сути, это наша задача общая. Спасибо. Подождите, джентльмены. Мы и так уже, я понимаю, что у всех наболело, поэтому на таймер никто не смотрит, минута отведенная. Ну, Вячеслав Валентинович уже злоупотребил, а остальным как-то нечестно было их на полусловие обрывать. Однако, все-таки давайте попробуем двигаться хоть немножко по намеченному плану. Безусловно. Значит, давайте мы сейчас попробуем все-таки посмотреть сюжет Федора Бондара, как раз вот обо всем о том, о чем вы говорили, с разных аспектов. И очень хорошо, что активизировались наши эксперты. И сразу после этого мы продолжим обсуждение, тем более, что Лене Андреевне наверняка есть что сказать по поводу, с точки зрения профсоюза предпринимателей. У нас тут есть и действующие серьезные предприниматели, и те, кто создает новые рабочие места, вот как Илья Шпалянский совершенно неожиданным образом со своим бизнес-инкубатором. У нас есть ученые, которые это все изучают, так что тема будет действительно рассмотрена со всех сторон. Но давайте сначала все-таки посмотрим сюжет Федора Бондаря. Пожалуйста. —
Вже стало сумною традицією в Україні приймати разом з державним бюджетом на наступний рік і революційні зміни до податкового законодавства. І трапляється це зазвичай, так би мовити, під ялинку, наприкінці грудня. Саме так сталося 21 грудня 2016-го, коли Верховна Рада вночі ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України, в дужках уточнення щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. На думку розробників проєкту, запропоновані ними новації щодо спрощення податкової системи, а також підвищення прозорості та якості адміністрування податків призведуть до створення сприятливих умов для залучення інвестицій, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування, що дозволить збільшити доходи як державного, так і місцевих бюджетів. Позитивним для бізнесу можуть стати новації, спрямовані на мінімізацію контактів платників податків з органами Державної фіскальної служби, електронний кабінет платника податків, єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, єдиний публічний реєстр відшкодування податку на додану вартість тощо. Цікавою для малого бізнесу, але разом з тим такою, що важко реалізується, може бути норма про податкові канікули по сплаті податку на прибуток. Если говорить о физических лиц, то это новшество по единому налогу. Там немножечко меняются ставки в связи с изменением минимальной заработной платы. Есть новшество по налогу на доходы физических лиц. Некоторые новшества касаются предпринимателей по ведению учетности, отчета и отчетности, ну и много других. Водночас, і це стало основною причиною для занепокоєння підприємців, радикально зросли обсяги штрафів за порушення. Зросли в тому числі й тому, що всі вони обчислюються, виходячи з розміру мінімальної зарплати, котра з 1 січня зросла вдвічі. 3200 гривень і досі були недосяжним прибутком для багатьох наших співгромадян. Хоча середня зарплатня по Україні на початку цього року перевищила 6 тисяч. На Миколаївщині, щоправда, було менше 5900. До речі, починаючи з грудня минулого року, середня зарплата в нашій області стабільно нижче, ніж середня по державі, продовжує від неї віддалятися. Мінус 47 гривень, мінус 265, мінус 335. Буквально з перших днів нового 2017 року миколаївські податківці та представники інших контролюючих органів стали зустрічатися з підприємцями, щоб роз'яснювати нововведення. В процесі таких бесід виникали запитання, на які навіть фахівці не могли відповісти одразу. Нагадаю, зміни з'явилися наприкінці грудня. Найбільш нервово сприймалися нові обсяги штрафів. Наприклад, за недопуск представників контролюючих органів до перевірки підприємства. Там був штраф безпосередньо там, на директора, да, або бухгалтера до 1300 гривень. Наразі ще буде накладатися і санкція. За недопуск до проведення перевірки законодавства про працю накладається санкція 3 мінімальних заробітних плати. Якщо йде мова про недопуск до перевірки, в якій необхідно перевіряти оформлення трудових відносин, санкція буде 100-кратний розмір мінімальної заробітної плати. 320 тысяч. Штрафы радикально повышаются и расширяются только в одном вопросе. В вопросе трудовых отношений. Те годы работы, которые предшествовали сегодняшним, так сказать, увеличению штрафом, они ну, не привели к результату. И просто-напросто всех субъектов предпринимательской деятельности служба призывает к тому, чтобы упорядочили всего лишь навсего отношения. И главная задача фискальной службы не штрафовать, а наоборот помочь и тем плательщикам, которые всегда уплачивали налоги и действовали в рамках законодательства, к тем плательщикам никогда претензий службы никогда претензий не предъявляла. К сожалению, в малом бизнесе самое большое количество неоформленных работников. Это то, с чем сегодня нам предстоит, ну, не даже не боюсь этого слова сказать, бороться и это выявлять. В каком плане? Вы на сегодняшний день ну, можете вставать заложниками своих работников, потому что неплановая проверка у нас проводится по жалобе работника предприятия, и ваш же работник может вам сделать, как это говорится, много проблем.
Необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок навіть для непрацюючих підприємців з одного боку спричинила масові закриття тих структур, котрі офіційно, інколи роками, не вели жодної діяльності. З іншого, реальні підприємці погодилися з логічністю такого кроку. Деякі податки і збори, які формують місцеві ради, можуть бути змінені. Саме це, наприклад, зробила нещодавно Миколаївська міська рада, знизивши таким чином ставки єдиного податку і податку на нерухомість. Але головна проблема, яку не розв'яжеш рішенням рад або розпорядженнями фіскальних органів, це тіньовий бізнес. Тому, хто працює в темну, начхати на посилення контролю за бізнесом, він не платив і не збирається. А контролювати, принаймні офіційно, у нас вміють лише прозорі підприємства. Незрозуміло, щоправда, як вдається решті працювати у сірій зоні, де чи не другий державний бюджет крутиться. Як вдається щось виробляти, транспортувати і реалізовувати – і при цьому не потрапити в очі контролерам та правоохоронцям. Можливо, учасники програми знають відповідь. Отже, Федір Бондар не тільки протягом свого сюжету озвучив тези, про які я також пропоную нам поговорити. Певні з них перекликаються з тим, про що ви казали, а і вже і перше питання задав. І тому я хотів би, щоб ми до цього підійшли. А перш ніж передати слово нашим гостям та експертам, я хочу нагадати історію, про яку Давид Арахамі, усім нам дуже добре відома людина, і людина, одна з небагатьох, яка, перебуваючи у владі, все ж таки зберігає честь і достоинство і право на довіру, розповів він про цю історію 20 травня минулого року. Вона була досить відома, але я просто нагадаю зовсім коротенько, те вона перекликає, перегукується з тим, що казав В'ячеслав Валентинович. Чиновники з управління исполнительной службы Главного управления юстиции в Николаевской области вымогали у бизнесмена, который купил помещение через систему закупок СИТАМ, заплатить им 50 тысяч гривен взятки за выдачу соответствующих документов. Ну, там история была о том, что человек вроде как бы так на прозрачной этой вот площадке купил, через эту прозрачную систему купил, нашел предприятие, вернее, нашел недвижимость, которую он хотел купить для того, чтобы открыть там свое предприятие. И когда оказалось, что уже вроде как все готово, деньги он готов заплатить, отлично, действительно прозрачная система, ему начали рассказывать, что не-не-не, мы сейчас, вот вы знаете, это не, мы, все не так просто, и вот заплатите столько, а теперь еще вот столько. К чему я все это говорю? Истории уже год. Известные имена, адреса, пароли, явки, то есть, ну, тут все нормально и просто, совершенно четко, это, знаете, некая коллективная безответственность, на которую часто ссылаются наши чиновники, когда говорят, что, вот как была, мы делали программу совсем недавно о том, как раздали земли те, которые должны были отдавать атошникам, а некоторые совсем вообще никому не должны были отдавать на берегу моря, в Березанском районе раздали судьям, прокурорам. И вот выясняем, а как же так, что случилось? А, говорят, те, кто подписывал документы, мы их не можем привлечь к ответственности, потому что их там очень много, а коллективной ответственности у нас нету. А те, кто получил эту землю, они вообще как бы, разве что морально можно им пальчиком погрозить. Там хорошо, там коллективно. Здесь известны люди, которые требовали деньги, есть свидетельские показания, все. И до сих пор никто не сидит. Это то, о чем говорит Вячеслав Валентинович. Я понимаю, что вот те истории с вымогательствами, те истории с созданием особых условий для бизнеса, да, они ведь имеют, как говорил Сергей Орджоникидзе, каждая накладка имеет имя, отчество и фамилию. И много мы слышали истории о том, что кого-то показательно посадили, кого-то вот, публично изгнали и так далее. Я думаю, что, наверное, вот в этом кроется главная проблема бизнеса. Не в меняющихся налогах, не в регулярно переписываемых кодексах, а, наверное, вот в этих бесконечных преступлениях без наказания. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и у меня тут как бы все эксперты готовы были высказываться. Вы, Валентин Ильич, первую руку поднимали, пожалуйста. Большое спасибо, Ярослав, уважаемые гости, всех приветствую. Тематика очень интересная, но мне сдается, мы подходим, ну, это лично мое мнение, не с той стороны. Говорить о бизнесе как о том, что он сталкивается с какими-то проблемами, ну, это, собственно, говорить о том, почему птицы летят. Ну, не потому что против ветра сопротивление испытывают. Они так построили эволюцией свои крылья. У них так оперение создано для того, чтобы они летели против ветра, и чем сильнее ветер, тем выше взлетают эти птицы. Поэтому я хотел бы сказать тем предпринимателям, которые, ну, ищут оправдание каким-то своим несостоятельным шагам в коммерции, ну,
перестать называть себя предпринимателями. Мигранты, общественные деятели, ну, в конце концов, политики, иногда и такое бывает, когда предприниматели уже исчерпали все свои таланты, предприимчивости и решили, что нужно уже пойти и намазить, так сказать, деньги, потоки формировать. К сожалению, и такое бывает. Я хочу рассказать немножко другую историю о сегодняшней ситуации на в бизнес-среде. У меня много товарищей, которые говорят, а у нас не хватает сотрудников. Мы хотим развиваться, но мы не можем найти квалифицированные кадры. Другие говорят, а мы не успеваем набирать людей, ну, потому что, ну, вот как-то вот такой всплеск. Мы немножечко что-то поменяли, мы начали применять маркетинг, мы начали больше обращать внимание на продажи, мы чуть-чуть перестроили структуру организационную, и мы понимаем, что мы не справляемся с потоком заказов. Ведь бизнес, он же в разных сферах происходит. Может быть, до сих пор вы говорили о производстве? Так-таки да, в производстве мы проигрываем и активно проигрываем, потому что это давно перехватили страны более прогрессивные в вопросах и ниже стоимость заработной платы, и лучше, конечно, законодательство в этом случае, и налоговые. Да, мы не впереди в планете всей, имею в виду Украину, в вопросах налогообложения. Но при этом сфера сервиса, при этом сфера IT-технологий в нашей стране очень и очень и очень зараз себя хорошо чувствует. И пока не наложил Кабмин лапу на те доходы предпринимателей, которые у нас устроены в IT-компаниях, это очень хорошая схема оптимизации. Я не говорю, что это уход от налогов, это оптимизация. Такие схемы есть в любых странах. И целые штаты юристов работают над тем, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнесе. Это законно абсолютно. Так вот, знакомый мой в компании IT говорит, мы не успеваем набирать персонал. И мы бы хотели уйти уже от процедуры перегрузки мешков, то есть создания сайтов, а создания своих продуктов. Своих, если надо, возможно, социальных сетей, которые стали бы звездами мировыми. И я уверен, что это возможно и в нашем регионе в том числе. И хотел бы сделать ремарку о том, что давайте, может быть, попробуем изменить ракурс направления на то, что бизнесу нужно становиться более технологичнее, более эффективнее, качественнее. Это залог конкурентоспособности предпринимательского. И очень важно, когда предприниматель понимает, что есть стандарты управления, что в мире растущей конкуренции необходимо применять такой термин, как соконкуренция. Если что-то у вас не хватает, то у соседа этого может быть достаточно. Ну или, например, такой, как экономическая грамотность. Если вы хотите что-то создать, то не надо сразу бежать и брать на это разрешение. Нужно просчитать все эти риски. Если вы видите, что ситуация такова, ну не покупайте вы эту долбанную землю, не подключайте вы эту электроэнергию. Сколько стоит пустующих с подключенной электроэнергией зданий, с выделенной землей? Поищите, может, что-то другое. Спасибо. Мне кажется, что, наверное, для 90%, там, может быть, даже и для 120% предпринимателей, девиз – это «забудьте о нашем существовании». Ну, то есть, не надо нам помогать, там, не мешайте, да. Система-то другая получается. Каждый предприниматель действительно может рисковать, может вкладываться, может развиваться. Если бы только ему постоянно не приходилось оказываться с каждым следующим шагом, оказываться все глубже и глубже в зазеркалье. Вот вы, Валентин Анатольевич, прекрасно говорите о бизнесе, вы действительно отлично занимаетесь бизнесом сами, с вашим этим, почему человек идейный, да, вот ваш этот клуб директоров, это действительно попытка вот принести что-то новое, цивилизованное вот в наш бизнес. Вы год были советником у мэра. Вы год ему советовали, как улучшить бизнес-климат в Николаеве. То есть, вот не мешать, да? Просто вот давайте создадим нормальные условия, и дальше они сами все сделают, эти предприниматели. И как получилось? Да. Получилось осознать то, что не готово общество у нас к тому, чтобы быстро поменяться. Называется говорить, это же не мешки ворочать. Все, пожалуйста. Очень простой пример. Вот я с вами абсолютно согласен, на 100%. Но есть, да, такие моменты, про которые вот говорил Вячеслав, там коррупция, да, вот человек действительно там собрался что-то построить, и, возможно, он это и просчитывал, да, что ему выгоднее построить, чем там покупать что-то уже построенное. И ему сказали, там, заплати 100 тысяч долларов за разрешение, там, газками. Я вам отвечу, на этот случай есть у нас соответствующие органы компетентные, это все знают, которые только ждут, когда этот предприниматель придет и скажет, что вот есть у меня
там, директор ГАСКа, который с меня вымогает 100 тысяч долларов. Вы поверьте, каждый день мы в СМИ читаем, что там кого-то взяли за вымогательство, кого-то на взятки, кого-то еще. То есть нельзя говорить, что у нас нет этой борьбы, да, с коррупцией. Она есть. Может, она не такая эффективная, как нам все бы хотелось, но она есть, и таких примеров масса. Поэтому у меня, ко мне пришел мой товарищ и говорит, я вот хочу, значит, что-то он там хотел тоже строить, и ты представляешь заправку, и ты представляешь, значит, гаишники с меня там мне нарисовали 10 тысяч долларов, ну там мне нужно заплатить. Я говорю, пошли, я тебя за руку отведу, ты напишешь заявление, дашь им 10 тысяч долларов, он сядет на 10 лет, это я тебе гарантирую. Нет, а что ж, а как же я тогда заправку буду строить? Мне же тогда другой не даст. Я говорю, подожди, так ты определись, ты им платишь 10 тысяч долларов, или мы идем с тобой за руку в соответствующие органы, ты пишешь заявление, они садятся в тюрьму. Пойдешь? Не, не пойду. Я говорю, а чего? Ну тогда не ходи, не возмущайся, неси тогда им эти 10 тысяч долларов. То есть все же на самом деле очень просто. Совершенно верно. Ну, ничем не понес. Вот пишут наши зрители, окей, взяли, а дальше что? Потом все куда-то пропадают. Я не случайно напомнил вам историю годичной давности, которую рассказал Давид Арахамия. Две стороны не готовы. Мне тут опять-таки пишут, что вместо того, чтобы говорить о бизнесе, мы опять говорим о Сенкевиче. Хочу напомнить или внести некоторую ясность, что речь идет... Да, это мы говорим о Сенкевиче. Я хочу сказать, что речь, собственно, не о Сенкевиче. Речь о том, что те, кто, в принципе, на самых разных уровнях должен был бы, ну, просто в силу уже своей должности, создавать условия для нормального цивилизованного бизнеса, тем более, когда у них такие замечательные цивилизаторы и прогрессоры под боком, на самом деле не делает ничего, по крайней мере, из того, что именно от них мы ожидали. Я вижу всех, кто хочет говорить, однако я вижу также, что у нас есть звонок зрителя, который просто обязан выйти в эфир. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Это рабочий завод Сенера Кабуна. Два года зарплаты, что делать, а? Как жить? 2,5 года зарплата бизнесмены долбанные. Спасибо. Ну, я полагаю, что вопрос явно не ко мне и даже никому из присутствующих здесь. Впрочем, по поводу судостроения в Николаеве мы поговорим чуть-чуть попозже и с совершенно неожиданной точки зрения. Если вы не переключитесь, поверьте, вам будет интересно. Илья Шполянский. Ну... Хотелось бы, тут это настолько все многогранный вопрос, что тут даже непонятно, с чего начинать. Но хотелось бы все-таки сказать, что, наверное, 6 лет назад, 5 лет назад, государство для предпринимателя, это был грабитель, который держал нож у горла, и что тут, ну, ты чуть было шелохнешься, тебя зарежет, это было безальтернативно. То есть ты безальтернативно платил, конкретно в моей практике было это так, это, ну, ты либо платишь, либо будем, ну, запроверяем, проверим, ничего не найдем, а там, ну, действительно, ничего не нашли, то просто, ну, машину остановим, найдем траву, будет трава в машине, ну, в общем, все равно, как бы, то есть все равно ты заплатишь, и так и платили. Все, скажу, я действительно искренне сегодня вижу, что ситуация изменилась. Значит, государство превратилось из грабителя, просто из такого, ну, я бы сказал, в рэкетира, который просто подходит к дверям, берет мешок денег и уходит. Но, в принципе, если ты этот мешок кладешь, то туда больше или меньше, в принципе, ведет себя, ну, относительно пассивно. Я не говорю о среднекрупном и о крупном бизнесе. Тех, да, конечно, там прибивают. По бизнесу маленькому это более-менее так выглядит. Вопрос заключается в том, что и при этом государство, да, там мораторий сейчас на проверке, санстанцию фактически лишили всех функций, пожарников на порог практически уже давным-давно никто не пускает, горпромнадзор очень многих функций лишен, ну, много как бы изменилось в лучшую сторону, но сам парадокс, налогов стали платить больше. И вот этот парадокс говорит о том, что пора уже переходить к третьей стадии. Стадии сотрудничества государства, нет, я по-другому бы сказал, не сотрудничество, а создание климата, работы над тем, чтобы стало предприниматель начал работать, и он начал появляться. Потому что, ну, у нас действительно получается так, вот человек открылся, и он на следующий день должен начать платить налог.
Вот он в первый день. Это невозможно. Первый месяц, второй, полгода не будет у человека прибыли. Не может. Нужно давать какой-то льготный период. Да, я согласен, все должны платить налоги. Не может такого быть, что спящий, полуспящий. Но должны быть какие-то каникулы. Пусть они там не принципиальны. Но это только один вопрос. На сегодняшний день нет абсолютно никаких механизмов стимуляции бизнеса. Был один небольшой механизм службы занятости по дотации по созданию новых рабочих мест на год. Его закрыли прийти гибко. Этот механизм отменили. Ввели какую-то компенсацию единого взноса, который практически никто не пользуется, который малоработающий механизм. А на сегодняшний день в Николаевской области, вот возьмем Николаев, бюджет Николаева и бюджет Николаевской области вместе, по-моему, сколько? 8 миллиардов, да? В сумме, там примерно 7-8 миллиардов. И вот из 8 миллиардов всего лишь 2 миллиона на компенсацию процентов, пока еще, насколько знаю, эта программа не заработала, да? И на остальные программы развития бизнеса, Владимир Владимирович, 190 тысяч. То есть, я даже в процентах сейчас не хочу считать, потому что это настолько смешно. То есть, вот эта дойная корова дала 8 миллиардов, а этой дойной корове обратно бросили там какие-то просто жалкую кроху и сказали, подавись, а завтра мы с тебя еще откачаем еще 10 миллиардов. Примерно так это выглядит. Если не вкладывать, не получится качать больше, а качать придется. Потому что в пенсионном фонде дефицит, в целом по бюджету там куча проблем и так далее. Качать придется. Поэтому надо вкладывать. Спасибо. Уважаемые гости, я все-таки призываю вас посматривать на таймеры, которые отчитывают вам ваши законные 2 минуты. Да, это всегда так бывает. Сначала страшно, а потом уже вроде и привык. Да, то есть, если так зашел за 2 минуты, секунд на 10, вроде ничего. Так, а потом на полминуты, так уже можно и 5. Давайте все-таки, пожалуйста, следить за таймерами. Елена Андреевна, пожалуйста. Сегодня все говорим о малом и среднем бизнесе, той ситуации, в которой находится бизнес сегодня. И все правы. Потому что малый и средний бизнес в себе концентрирует достаточно большое количество людей, граждан Украины. И естественно, говорит, кому кризис, кому мать родная. Одни развиваются, для них сегодня благоприятные условия. И если бизнесмен действительно хороший менеджер, он будет развиваться, и ему ничего не страшно. Есть другие, которые маленький микробизнес. Тут постоянно требуют поддержки, но поддержка это не значит только там одна система налогообложения. Там очень много составляющих. Коррупционная проблема с коррупцией есть. Это не для микробизнеса, это средний крупный бизнес. Для микробизнеса это что? Система налогообложения и не трясите так, как трясет сегодня власть. Но это абсолютно ненормальное явление, когда за 3 дня до Нового года меняется система налогообложения и люди не знают с Нового года, с чем они живут. Мы столкнулись с тем, что у нас очень много вроде бы закрылось предприятий, предпринимателей, а много и открылось. Но это не говорит, эти цифры не говорят о том, что у нас созданы благоприятные условия, то, чтобы бизнес развивался. Он не развивается, просто в такой вот агонии бизнес быстро реагирует на ту ситуацию, которая есть. Я считаю, что вот ситуация, которая сегодня в бизнесе, она еще не настолько критична, как будет, мне кажется, впереди, но она уже достаточно серьезна, что должна власть реагировать. Если взять с 1992 года по 2017 год, у нас в Николаевской области было зарегистрировано 177 субъектов предпринимательской деятельности. Сейчас 58, из них 34 – это малые, это предприниматели, и больше половины из них на упрощенной системе налогообложения. И что будет с этим предпринимателем, если, не дай Боже, мы с 2018 года теряем упрощенную систему налогообложения. Я нигде, ни на одном совещании, ни на одной встрече депутатов, я нигде не слышала о том, что кто-то взялся делать анализ причины, почему такое идет сокращение бизнеса. И я абсолютно согласна с Вячеславом Валентиновичем. Этот год будет показателем, наверное, по оттоку бизнеса за границу. Бизнес устал жить в тех условиях, в которых нет четких правил игры. Когда он знает, какая система, как он может работать, как он может принимать наемных работников. Сегодня принял за 3200 на работу, завтра ему уже говорят, будет у тебя 5, а он не может так быстро адаптироваться. При таких условиях говорить о развитии, говорить об инвестиционном климате абсолютно не приходится. Дай Боже сохранить то, что маем. Спасибо. Я хотел бы все-таки обратить внимание всех присутствующих, что
как всегда, вначале мы там как бы пар выпускаем, да, там рассказываем, как все плохо, ну, как на кухне обычно, да, власть ругаем, но все-таки не зря, жалко, к сожалению, что нет у нас, ну, целого ряда чиновников, которым мы могли бы задать и вот вопросы, которые задаем, зато есть Дмитрий Игоревич, который может компетентно на многие из них ответить, и есть предприниматели, действительно, которые вот сейчас ведут бизнес, вот и Аркадий Добогян, мы его больше знаем как волонтера, потому что он все-таки очень много делает именно как волонтер, однако он, помимо этого, все-таки успешный и серьезный предприниматель, он сейчас об этом, уверен, поговорит. Есть и у нас действительно специалисты, вот, экономисты. Давайте, наконец-то, вот уже как бы выпустив, да, там, пожаловавшись на то, как все плохо, поговорим о том, не просто о том, что вот вообще плохо, да, там, или, ну, там плохо, там те, кто там не хочет налоговые там, сдавать, да, надоело пустые эти ноли рисовать. А поговорим все-таки о том, что в этом году для бизнеса изменилось. Ну вот Вячеслав Владимирович сказал, да, там коррупция. Ну, коррупция, она, в общем, везде коррупция. Вот Арахами в прошлом году еще об этой коррупции писал. Изменилось, наверное, то, что, в общем, ничего не изменилось. А может быть, есть что-то новое? От конца концов, у Ильи есть вот этот самый бизнес-инкубатор. Все плохо, да, там приходит государство, забирает мешок со своими деньгами. Но есть же люди, которые начали свой бизнес, и они-то почему-то это как-то справляются. А люди непростые, у кого-то рук, у кого-то ног нет, у кого-то контузия, а тем не менее ведут этот бизнес, да. Есть те, кто сопротивляется настолько успешно, что, в общем-то, вот как и Аркадий, как и Вячеслав Валентинович, и Надежда Валерьевна, могут не только свой бизнес все-таки вести, но еще и другим помогать. Вот давайте все-таки уже наконец-то перейдем к следующей странице и поговорим о том, что именно нового, другого, хорошего, плохого, но вот с рубежом 17-го года началось или закончилось для бизнеса. Илья хочет, пожалуйста, Илья. Ну, во всяком случае, хотя бы начали говорить о том, что какая-то система подготовки, помощи, поддержки людей, которые хотят что-то сделать, новое нужна. Потому что, в принципе, раньше это подразумевалось. Ну, в этом есть определенная логика, да, саморегуляция рынка, что как бы если что-то нужно торговать, если где-то что-то должно производиться, оно начнет производиться, такие люди найдутся. Но я думаю, что у нас сейчас найдена та точка, когда количество предпринимателей, ну там, более-менее соответствует тому внутреннему потреблению, которое присутствует. И вот мы находимся вот на вот этой каком-то, ну, болтающемся там, вперед-назад. И вот для создания, потому что что же очень важно? Важно то, что человек, когда начинает становиться бизнесменом, неважно, вот выходит на улицу, продает семечки, самое важное, он начинает на себя зарабатывать деньги. Он начнет платить коммуналку вовремя, он, скорее всего, начнет покупать что-то в супермаркете. В супермаркете не начнет платить коммуналку. Факт, это от человека зависит, самые добросовестные плательщики, все-таки бабушки, ну, у которых низкая пенсия. Ну, мы сейчас говорим о том, что малый бизнес – это огромная самозанятость, и это очень важно. И вот здесь вот возникает вопрос, у нас пройден колоссальный опыт негативный на набирание кредитов. Это 2000-х годах, когда банки просто втюхивали беззалоговые кредиты до 20 тысяч долларов и так далее. Пройден огромный опыт, и очень много людей, обжегшись или обожглись их родственники, знакомые и так далее, они сказали, да нет, ну его нафиг брать в долг, что-то начинать, нет, бояться. И показывают, что да, так и можно стартовать. И у нас есть прекрасный там опыт, когда жена участника ТО, инвалид ТО первой группы, запустила сейчас швейный цех, там за несколько месяцев на 200 тысяч продала. Парень, инвалид ТО, открывает первую в Украине ферму по производству мидий. Ребята открыли производство металлоконструкции, на сегодняшний день они уже, у них в этом году пакет заказов 2 миллиона гривен. Казалось, сколько у нас там по гаражам варят, но что нужно для этого? Людям нужен определенный стимул, их нужно подтолкнуть, их нужно обучить, показать, а это не просто, это целая система, и без поддержки и помощи государства и органов местного самоуправления это просто невозможно. Вот мы в прошлом году получили 200 тысяч, но надеемся, что, ну, это кроха. То есть, ну, мы надеемся, что это будет как-то движение, ну, масштабироваться на всю область, Украину и так далее. Спасибо. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали все-таки вот всех экспертов, которые еще пока не говорили. Это вот у нас тут целых 3 человека еще совсем не принимало участие. А потом поговорим обязательно, вот гости уже полноценно вступят. Аркадий, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, мне достаточно сложно комментировать ситуацию с малым бизнесом, потому что я слабо с ним знаком. Илья существенно более знает о том, как развиваются события в нем. Я представляю бизнес средний, и это предприятия, которые работают на территории Николаевской, не только области. Вы знаете, мы заговорили о том, что изменилось с Нового года. Прежде всего, год от года государственная система усложняет правила игры. Она требует от нас более профессионального подхода к тем процессам, которые мы реализуем. Это действительно приводит к тому, что мы не только увеличиваем количество специалистов, но и серьезно работаем над их качеством. Группа компаний, которой я руковожу, достаточно активно инвестирует средства сегодня в подготовку и дообразование специалистов, потому что уровня не хватает. Я не могу сказать, что у нас это вызывает какое-то напряжение. Мы считаем, что по мере развития компании обязательно должны развиваться ее работники. Не вижу в этом ничего ни странного, ни страшного. Меня, в принципе, очень радует то, что в конце прошлого года и в этом году я наблюдаю за определенной активизацией действий, ну, в частности, скажем, Николаевской области, органов государственной фискальной службы, в борьбе с нелегальным бизнесом. Я могу сказать, что для среднего бизнеса, ну, для крупного бизнеса тоже, это одна из самых больших проблем, потому что правила игры должны быть одинаковы для всех. Если одни платят налоги, а другие не платят, те, кто платят, теряют конкурентоспособность, в конце концов, рынок они покинут. И это прямая ответственность государства. Ну и, конечно же, я могу сказать, что самое главное. Безусловно, можно говорить о сложностях бизнеса, но входить в него или не входить – это дело исключительно добровольное. Все не могут быть и не должны быть бизнесменами. Стране нужны и каменщики, и плотники. Сегодня действительно бизнес, особенно малый, стал формой самозанятости. Надо ли быть бизнесменом? Сможешь ли ты просчитать все риски и предотвратить возможный крах? Наверное, каждый решает для себя и на себя возлагает ответственность. Вот, пожалуй, все. Спасибо большое, Аркадий. Вот мне нравится, что мы все-таки выходим вот на этот уровень, потому что вопрос не в том, чтобы мы сейчас ушли на чистый позитив, вопрос в том, чтобы мы все-таки перестали жаловаться. И если уж говорим действительно о случаях коррупции, то называли адреса, пароли, явки, а потом требовали, чтобы по ним принимались меры. Потому что каждый же из нас знает на самом деле, кто именно занимается теми или другими подобными вещами. Пожалуйста, наш господин Просяк, который просто... Я вот уже боюсь сейчас, вот опять Владимира Никифоровича, сейчас боюсь, опять как-нибудь не так назову, и придется мне полпередачи извиняться. Ну, поскольку меня здесь плохо знают, то я позволю себе представиться сам. Парсяк Владимир Никифорович, декан факультета экономики моря Национального университета кораблестроения. Тема, которую мы сегодня с вами исследуем, изучаем, нам абсолютно не безразлична. Уже потому хотя бы, что по определению выпускники любого высшего учебного заведения, и нашего в том числе, получив диплом о прекрасном высшем образовании, должны найти себе работу. Я согласен с Аркадием Викторовичем, не всем на роду написано быть бизнесменами. Но особенность бизнеса, безотносительно к тому, малый он или большой, заключается в том, что бизнес создает рабочие места. И когда мы чувствуем, что этот бизнес развивается интенсивно, активно, мы понимаем, что есть перспектива и у наших выпускников. И это создает, я вам хочу сказать, серьезный подъем, серьезное настроение у преподавателей и у тех детей, которые приходят за дипломами к нам. О проблемах, которые существуют, и о способе их решения свидетельствует наша практика. Примерно на, я вам скажу, четвертом курсе, а на пятом это уже норма, 70-80% наших детей работают. Они учатся на индивидуальных графиках и зарабатывают деньги, и не стесняются об этом говорить. Единственный случай, вот сегодня я разговаривал с одной девочкой, единственный случай за последнее время, когда она мне сказала, но я не могу принести справку, потому что я не работаю правильно. Все остальные устроены, получают заработную плату,
и не собираются уезжать. Спасибо. Спасибо, Владимир Никифорович. А Владимир Борисович давно предлагает тему, когда последний будет выходить, пускай свет не забудет выключить. Так вот, вы действительно на вашем дискуссионном клубе обсуждали эту тему эмиграции, в том числе и трудовой. И, насколько я помню, результаты этого вашего клуба были далеко не столь радужными, как у Владимира Никифоровича. Совершенно верно. Вот мы сегодня неоднократно уже слышали от уважаемых гостей, экспертов фразу о том, что надо кадры, а кадров нет. Приходят люди, и их квалификация не соответствует. Я сегодня около часа времени потратил, наблюдая за работу одного из наших рекрутеров по собеседованию, которое она проводила. Ну, действительно, с одной стороны, стоит очередь мальчиков и девочек, которые хотят получить высокооплачиваемую работу. С другой стороны, стоят люди, которые готовы платить за квалифицированный труд хорошие деньги. А вот совместить их между собой оказывается очень сложно по причине того, что кто-то кого себя сильно переоценивает. Ну, наверное, эта проблема не сегодняшней передачи, а сегодняшней передачи, надо сказать, с одной стороны, действительно, я согласен со всем, что было вот до апогея середины передачи. Мы, как говорят в Одессе, находимся на пороге большого шухера. С одной стороны, это олигархический геноцид тарифный, с другой стороны, опять-таки, сдвижение малого и в том числе среднего бизнеса в сторону укрепления. А с другой стороны, это факт, связанный с тем, что мировые финансовые кредитные организации начинают возвращаться в нашу страну. Невзирая на все рассказы о проблемах банковской системы, хорошо или плохо там отработала Гонтарева, но фактически на сегодняшний день наш мониторинг показывает, что только лишь в Николаевской области работает уже около 15 банковских продуктов для малого и среднего бизнеса, больше как раз для малого, и цена этих продуктов за эти полгода уже падает. Вы понимаете, это настолько здорово. Поэтому вот в следующий раз, когда у меня будет возможность, я расскажу о программах компенсации, которые подготовлены областным бюджетом, для того, чтобы можно было не только взять, но и качественно вернуть потом эти средства. Спасибо. Вот, кстати, пишут зрители. О, Евсеев в точку. Общий уровень наших специалистов очень желает. Итак, господа, что я хотел бы сейчас предложить вашему вниманию? Вспомните, перед любыми выборами обязательно начинаются рассказы о том, как в Николаеву вернут славу города судостроителей. У нас тут и наконечный по этому поводу специалист, и могильщик Николаевского ЧСЗ Кинок тут тоже много чего рассказывал по поводу возрождения и так далее. А как ни странно, возрождают судостроение в Николаеве люди, которые об этом вообще не говорят, то есть которые вообще другими делами занимаются. Но именно они создают предприятия, которые, по свидетельству тех, кто на них бывал, это уже даже не 21, а 22 век, и они как бы и медали себе за это, собственно, не вешают, не говорят, вот я тут возродил в Николаеве судостроение, теперь давайте там как-то вот меня за это отмечать. Они просто считают, что это правильно, они этим занимаются, и они не жалуются. Вот то, о чем говорят, да, сейчас наши эксперты, они понимают, что ну, для кого-то угроза, а для кого-то вызов, кризис, это вот эти вот самые знаменитые два иероглифа, да, опасность и возможность, и кто-то выбирает себе опасность, тут возможность. А результатом, я понимаю, это крупный бизнес, о котором мы сейчас будем говорить. Но речь, собственно, о другом, о том, что огромные заводы в Николаеве, да, ЧСЗ, 61-й, Океан, уничтожены. А бывший в совершеннейшем загоне, такой смешной заводик Лиман, который был у Исакова, сейчас превратился действительно в предприятие 22 века. У Сергея Бурковца с заказами все в порядке. Так может быть действительно проблема не в государстве, там еще не в чем-то, или по крайней мере не только в них, а и в том, вот, о чем вы говорили, предприниматель либо рискует и просчитывает риски, ну либо этого не делает. В конце концов, и Вячеслав Валентинович при всех, так сказать, минусах ведения бизнеса в Украине тоже, насколько я знаю, не бедствует со своим тепловозремонтным заводом, потому что просто хорошо работает, а в общем-то заказчики выбирают лучших. Давайте посмотрим сюжет о том, как на Небулоне спускали новый буксир.
На Миколаївському суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» спустили на воду новий сучасний буксир «Юрій Макаров», призначений для експлуатації на внутрішніх водних шляхах України. Буксир, який водозміщенням 340 тонн, должен толкать баржу весом 2000 тонн и еще две баржи, то есть по 4000 тонн. Это специальные винтролевые колонки по 440 киловатт каждая, значит, упором. Буксир длиной 29,9 метра, шириной 11,2 метра. Буксир «Юрій Макаров» – однопалубне судно з одноярусною рубкою на верхній палубі і підйомною рульовою рубкою кругового огляду в носовій частині, що забезпечує повну видимість при переході в каравані. В умовах непогоди судно витримує хвилі до 3,5 метрів. Автономність плавання буксирів сягає до 10 днів без дозаправки. На будівництво такої одиниці річкового флоту витрачається від 4 до 5 місяців. Новий буксир «Штовхач» названо на честь видатного миколаївського корабела Юрія Івановича Макарова, під керівництвом якого було побудовано більш ніж 500 пасажирських, рибопромислових, науково-дослідних суден і військових кораблів. Хтось повинен це робити, бо для того, щоб справедливість у нас, ну, увіковічити людину, яка дуже багато зробила для Миколаєва. Коли я узнав, що судно, яке в нас на суднобудівному заводі «Damen Shipping Океан» спустили і назвали Юрій Іванович Макаров, і після цього, коли воно в офшорах його переіменували на друге судно, для мене, як для патріота України, для миколаївця, ну, це стало зрозуміло, що це несправедливість по відношенню до цієї людини. Наша команда назвала це судно Юрій Іванович Макаров. На урочистому заході пролунало чимало добрих, теплих слів на пам'ять цієї шанованої людини. Більш того, компанія «Нібулон» започаткувала традицію. Наступні судна, які зійдуть зі стапелів заводу, отримують імена інших видатних корабелів нашого міста – Анатолія Борисовича Ганькевича та Нодарі Вікторовича Чантурія. До 1 липня ми закінчимо будівництво і введемо в експлуатацію 3 буксира. От, і ми вирішили, що це буксири будуть легендарних наших директорів, яких практично знали кожен миколаївець. На підприємстві щороку вдвічі нарощують темпи обробки металу, що в свою чергу зменшує строки виконання робіт. Підприємство не стоїть на місці, впевнено рухається вперед. Розробляються та впроваджуються у життя нові сміливі проєкти. Сейчас заняты проектом нового буксира, который нужен этой компании. Это уже буксир очень мощный. Буксир – это 3500 киловатт, должен колоть лед толщиной 700 миллиметров, который у нас иногда здесь появляется. Новые проекты барж, которые мы сейчас проектируем, они уже будут иметь носовые образования, такие, которые позволяют в мелкобитом льду ходить. И этот буксир в том числе. В найближчі роки завод має вийти на рівень потужності, який дозволить будувати до 15 повнокомплектних суден на рік довжиною до 150 метрів. Що будемо будувати на протязі слідуючих 5 років, ви тільки можете здогадатися, які ми суда будемо будувати. І ми по темпам розвитку, як приватна компанія, ми зробимо більше, ніж великий суднобудівний завод, яким опікалась велика країна. Окрім одиниць торгового і спеціального флоту, підприємство планує виготовляти власні пасажирські судна нового покоління на підводних крилах та невеликі пасажирські лайнери. Ми робимо реконструкцію суднобудівного заводу. Цей завод буде найсучасніший в Європі. Ми переймаємо зараз досвід кращих суднобудівних заводів світу. І ми зробимо все, щоб це був елегантний один елінг, із якого на потоці будуть випускатися сучасні суда. Отже, дякую і нашим експертам, що підвели до цього сюжету. І зараз нашим гостям я хочу надати їх законні 2 хвилини кожному, для того, щоб вони прокоментували і те, що ми сьогодні тут, про що ми вже наговорили. Можливо, хтось навіть скаже, відповість нашому глядачеві про ці 2,5 роки, що він сидить без зарплати. І заодно, я думаю, що ми можемо і про сюжет також поговорити. Будь ласка, Дмитро Ігорович, дійдемо до вас також. Давайте. Ну, по поводу відповіді
зрителю. Да? Проблема с заводом 61 коммунара, она нам как бы всем, ну, Николаеве давно понятна. Да? То есть предприятие такого, наверное, не знаю, масштаба, такого размера, оно может действительно на сегодняшний день как на рынке и не нужно. Да? То есть вот мы видим прекрасный сюжет про то, что там создал Алексей Афанасьевич, вот там завод Лиман тот же там и так далее, может быть действительно и рынку как бы не нужны заводы такого там масштаба, да, судостроительные. Плюс там есть реальная проблема, потому что это предприятие входит в целостный имущественный комплекс Укроборонпрома, и там слишком много как бы не только экономики и политики и всего этого с этим предприятием, потому что, ну, мы это все видим, знаем и понимаем. Поэтому когда заплатят зарплату, сказать сложно, у предприятия там больше 20 миллионов долгов различных, оно у нас в инспекции стоит на учете, ежемесячно ему там начисляется налог на землю, и только это нарастает как снежный ком, поэтому, ну, тяжело как бы это комментировать. То, что мы увидели в сюжете, это вот совсем как бы другой пример. Да? Если человек является специалистом своего дела, там, судостроителем и так далее, ему не нужно ехать там никуда в другую страну или еще что-то, вот, пожалуйста, идите на предприятие такого уровня, работайте, как бы зарабатывайте, получайте достойную зарплату. Вот. И белую, при том, зарплату. И то, вот, о чем Аркадий сказал, это я тоже как бы согласен, что когда одно предприятие налоги не платит, другое платит, то о какой вообще конкуренции может идти речь. И поэтому то, что, собственно говоря, и делается с поднятием там минимальной заработной платы с Нового года, да, очень много негатива по этому поводу. Но согласитесь, что реально на сегодняшний день меньше 3000 гривен, ну, мало кто получает на каком предприятии. Вот. И то, что там показывают минимальную зарплату, платят с нее налоги, а в конверте доплачивают, ну, это тоже как бы не совсем правильно, это тоже недобросовестная где-то как бы конкуренция. Поэтому вот как бы так. Спасибо. Нижна Леонидовна, ну давайте вот я слегка конкретизирую вопрос для того, чтобы мы опять не ушли в абстракции. Вот вам в 2017 году стало тяжелее, легче, так же? Я часто повторяю, у меня есть какие-то догмы по жизни, да, если желание, есть 1000 способов, нет желания, есть 1000 проблем, поэтому если мозг настроен на поиск способов, ты их находишь. И, ну, второй момент, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, когда есть эпоха перемен, есть возможность, есть толчок, ну, можно назвать волшебный пинок какой-то, задуматься о том, что правильно, неправильно, более глубоко проанализировать может свой бизнес, понять уже по накатанной, модернизироваться, улучшаться, действительно добирать кадры, дообучать кадры. Ну, много различных аспектов у бизнеса, у малого, у крупного, связанных и с, ну, коррупцией, так уже, да, я не знаю, я сегодня говорил про мешки, я, ну, честно говорю, наверное, я какая-то, вот. Я имею в виду мешки просто забирать, ну, бюджет. Спецрежим убрали по НДС, нет, абсолютно стало не легче. Понятно, что не легче. Стало сложнее. Не умерли. Не умерли, но с другой стороны, с условиями конкуренции в сельском хозяйстве немножко проще, потому что белому плательщику налогов цена выше. Поэтому, когда мне маленькие фермеры говорят, ну мы же по такой цене, как вы, не сдаем, я говорю, так вы и налоги не платите. Ну, то есть здесь у нас в рынке ценовая политика на то на, у тех, которые работают абсолютно в тени на их продукцию, и на продукцию тех, кто платит все налоги, и заработные платы, и НДС, и сельхоз, и прибыль, и так дороже далее, продаете. Мы дороже продаем. И тут каждый для себя волен выбирать, в какой плоскости он просто находится. А стосовно, мы говорим о бизнесе, я сегодня еще переходил на проблему предпринимательства, не совсем бизнесом, самозанятость, это не совсем есть организация бизнеса. И хотела еще сказать один вопрос, Лев, вот ты сегодня задавал, говорил примеры о том, что организовали бизнес. Многие в свое время шли в бизнес абсолютно без всякой подготовки, без определенного образования, в том числе экономического, без понимания, не консультируясь ни с кем.
Поэтому, ну вот, незнание объема, да, сегодня чем занимается бизнес-инкубатор? Тем, что люди просчитывают, продумывают, анализируют спрос на продукцию, которая будет. Возможно, отказываются. Возможно, отказываются от своей вроде бы как красивой идеи, но когда окунаются вместе со специалистами и анализируют свой проект, часто бывает, я знаю, и ты знаешь, что люди отказываются от вроде бы такой призначной красивой идеи, которая на самом деле пшик. От будущих болезненных ошибок. От будущих болезненных ошибок. Но многие же когда-то, вот открылось предпринимательство, они ринулись туда на свой страх и риск, на свои фантазии, абсолютно не подготовлены. Поэтому вопрос еще подготовки бизнесмена, как профессионала, это тоже очень важный вопрос. Спасибо большое. Наши зрители спрашивают номер телефона. Напоминаю, 47-63-37. Пожалуйста, принимайте участие в нашей дискуссии. Не только пишите сюда. Ну, либо, если уже написали, то формулируйте вопросы или те самые ваши позиции, которые вы хотите озвучить. Вячеслав Валентинович, пожалуйста. Конечно, абсолютно согласен с тезисами и касательно правил игры «Одни для всех». Это абсолютно очевидно. И то, что в период кризиса выживают сильнейшие, это тоже абсолютно очевидно. Очевидно, они становятся сильнее. И, например, мне, как работодателю, сегодня хорошо, классно, я выигрываю от того, что вот сейчас там, в городе закрывается одно из производственных предприятий. Ко мне приходят квалифицированные люди. Классно, мне не хватает сегодня рабочих, действительно. То есть для меня это хорошо, да, я стану чуть-чуть сильнее. Слава Богу, есть заказы, их много, но мы говорим о том, что кто-то развивается вопреки и за счет кого-то, либо мы все-таки говорим о общей ситуации и общей экономике страны, не о локальных каких-то точках, а все-таки немножко глобальных вещах. Поэтому, вот, что касается как раз твоего тезиса, Валентин. Дальше, если все-таки говорить о механизмах, которые действительно реально способствуют вот как раз глобальному развитию бизнеса в стране, то сейчас я вижу вот реально один механизм, который действительно работает, который внедрен и который позволяет небольшим предприятиям, но с амбициями, с некоторыми умениями претендовать и добиваться каких-то заказов, пытаться их исполнять. Это механизм Прозора, который сегодня все-таки внедрен. И для многих, для небольших предприятий раньше было затруднительно получать эти подряды. Сегодня они наравне с мастерами, с крупными предприятиями могут бороться за те подряды, которые им по плечу. То есть вот это, конечно, тот плюс, который сегодня может немножко добавить в развитие. Что касается звонящего, хочу опять же, посоветовать, у меня есть два способа выхода из той ситуации, в которой находится он. Когда-то я тоже был в такой, давно-давно. Есть первый вариант, это идти на работающее предприятие, а не ждать тут 2.5 года ждать. Ну, можно еще 20 лет ждать. Вот. Дадут тебе эту подачку, не дадут, это Бог его знает. Иди на работающее предприятие, если ты нормальный специалист, то работай, зарабатывай деньги. Но лучший способ – это все-таки в голове себе переключатель поставить и из ждущего стать добывающим и зарабатывающим. То есть идти в бизнес, предпринимательство. Хотя сегодня, опять же, согласен с Надей, когда-то, когда мы начинали этим, никто не задумывался о каких-то знаниях, умениях, тогда было легче, проще начинать. Сегодня, конечно, начинать бизнес, ну, я знаю, значительно сложнее, потому что, правильно говорит Аркадий, гораздо выше сегодня требования по всем параметрам. Но, тем не менее, если хочешь, поднимайся с дивана, иди. Насчет начала бизнеса, у меня есть товарищ, который в начале 90-х просто сумасшедшие деньги зарабатывал на предпринимательстве. Он рассказывает, когда ввели единый налог,
Я, говорит, прихожу в налоговую инспекцию, говорю, так, расскажите, где вы меня обманываете? Ну, не может же быть, что вы мне просто подарок делаете. Где-то вы меня вот точно хотите обмануть. Она говорит, слушай, вот ты ко мне сколько лет уже сюда ходишь? 5. Вот ты скажи, говорит, ты мне хоть раз показывал хоть 1 гривну заработка? Не-не-не, у меня всегда нули. Говорит, ну так вот. Мы же с тебя ничего получить не могли. А сейчас хоть что-то будем. О, классно. То есть логика в этом была. Я помню Владимир Дмитриевич Чайка покойный, когда такая только-только начиналась это все, он сказал, давайте мы сейчас в Николаеве поставим самую низкую ставку. Действительно, Николай был чемпионом, да? Самую низкую ставку единого налога для того, чтобы наши предприниматели поднялись, оперились. А дальше и они будут помогать городу. Беда только в том, что они, в общем, городу-то помогать не стали. Будок много, всего много. А вот как вы, Елена Андреевна, помните, говорили на одном из круглых столов или там конференции, что все вот это вот, все эти изменения касаются только тех, кто на свету. Те, кто в тени, они как не платили, так и дальше платить не будут. Владимир Борисович, потом вы, пожалуйста. Валентин Анатольевич, у нас тут тоже в очереди, да, пожалуйста. Я как раз хотел бы ответить на предмет, насколько легче или сложнее сейчас вести бизнес. Ну, прежде всего, боже, надо отметить, галантно, что в те далекие 90-е годы, когда многие из присутствующих начинали свой деловой путь, не существовало вообще как таковых программ, которые бы учили бизнесу. Это были отдельные взятые какие-то модули, которые приходилось выгрызать зубами, иногда ездить за границу, для того, чтобы хотя бы немножко понимать, что надо сделать. На сегодняшний день в Николаеве работает как минимум 3 образовательных центра, которые профессионально занимаются тем, что учат бизнес. И огромное количество тех людей, которые проходят через эти инкубаторы и акселераторы, они однозначно говорят о том, что да, мы получили то, что позволит нам сделать хороший старт. Вместе с тем, это люди, действительно, которые получают благодаря этому конкурентные преимущества. Вместе с тем, действительно, возникает парадокс, связанный с тем, что с одной стороны больше налогов, и мы, идущие в Евросоюз, должны понимать, что рано или поздно, в этом году или в следующем, но все эти льготные системы налогообложения будут уничтожены. Мы придем к общей, единой системе налогообложения. Но давайте не забывать о том, что мы пока что, опять-таки, единственная страна в Евросоюзе, которая не имеет вообще никаких программ государственного масштаба поддержки предпринимательства. Средняя статистика по Европе – 7 программ на страну. В некоторых 14, в некоторых 3-5, но средняя 7. Поэтому очень здорово, что вот как раз областной совет и городской совет – это те организации, которые в 2017 году, если коли мы говорим, что сделано хорошего, обратили внимание на это и разрабатывают и внедряют эти программы и как по компенсации процентов, и как по обучению, и как по инновационным технологиям. Ну, наверное, если будет время, позже скажем дальше. Спасибо. Ну, вот по поводу всяких вот этих программ, думаю, Валентин Анатольевич, который, в общем-то, не дожидаясь, пока государство будет что-то делать, он в своем клубе директоров это делает регулярно. Кстати, вместе с вами, Владимир Борисович. А потом сейчас вот перейдем к вам, да, пожалуйста. Я хотел сказать за себя. Я, например, от государства ничего не жду и не прошу никогда. Мы даем государству, поэтому я стараюсь держаться подальше различных программ. А хотел бы рассказать о том, что появилось нового в 2017 году. В конце прошлого года появилось такое классное мероприятие, как Германо-Украинская торгово-промышленная палата. И вот уже в 2017 году она активно набирает обороты по всей Украине. Тот Николаевский клуб директоров, который, Ярослав, вы упоминали, как раз воспользовавшись объединением малого и среднего бизнеса, сумел с большой легкостью войти в Германо-Украинскую палату. И что мы имеем теперь? Теперь мы, как малый и средний бизнес, имеем возможность знакомиться с такими монстрами, как, например, Харьковмаш, концерн «Электрон», потому что палата организовывает так называемые роуд-шоу мероприятия, где собираются в крупных городах украинских бизнес, власти, члены палаты. А я вам хочу сказать, что в члены палаты входят более 80 немецких компаний, которые делают бизнес в Украине. Мало того, что это классный опыт, мало того, что это возможность сотрудничества, так это еще и потенциальные инвесторы, с которыми нужно знакомиться, сжать им руку. И палата неоднократно напоминает предпринимателям Украины, что ребята, выезжайте в Европу, рассказывайте о своей стране, а вас там ходят небылицы, страшные пугалки. Поэтому палата
протягивая руку помощи, организовывает в ближайшее время выездки. И я думаю, что в 2017 году будет показательно, и наш Николаевский клуб директоров будет представлять свое объединение, ну, я думаю, что в Европейском Союзе на престижных мероприятиях. А так как у меня еще есть 15 секунд, то я воспользуюсь и прорекламирую. Предприниматели, объединяйтесь. Спасибо. Вот пишут наши зрители, пока плохо, что никого из мелкого бизнеса нет, а у гостей экспертов все более или менее хорошо. Лена Андреевна, ну вот вы как раз можете сказать о том, что вот как раз у малого и мелкого и среднего, мелко-среднего бизнеса как дела? Ну нет, ну мало это само, ну от бабушка с семечками это малый бизнес или все-таки мелкий? Самозанятый. Хорошо. Итак, вот у всех тех, кто мельче, чем наши гости. Пожалуйста. Вот мы определенный период времени здесь передачи обсуждаем проблемы малого и среднего бизнеса. Я считаю, что можно уже перейти к тому этапу, когда нужно говорить, а что нужно сделать, чтобы бизнес стал развиваться. Безусловно, для этого мы и собрались. Для этого, естественно, очень много необходимо, чтобы составляющих работало. Вы сегодня, мы уже так и подзабыли, да, 98-й год, когда нам правительство подарило такой один из инструментов, который стал явным инструментом для развития малого и среднего бизнеса, это упрощенная система налогообложения. Такого стремительного роста тогда не мог, когда кто започатковывал, тогда было это Кучма, Александр Кужа, Ксения Ляпина, Кожевина Наталья. Никто даже не мог предвидеть такого темпа роста, развития мало-среднего бизнеса. Что же происходит сегодня? Я считаю, что даже если мы изменим систему налогообложения, а ожидается с 1 января 2018 года очень сильное изменение налогообложения, я не думаю, что это сегодня повлечет за собой такой стремительный рост. Что нужно бизнесу? Мое мнение. Нужно, конечно, если мы говорим в регионе, в нашем, нужно объединить все-таки усилия власти, бизнеса над тем, чтобы начать, как видит бизнес и предлагает сегодня бизнес. И бизнес достаточно в Николаеве активно объединен. Если бы не было объединения предпринимателей такого активного, то не достигли бы мы тогда того уменьшения ставок единого налога, не достигли бы мы и сейчас уменьшения ставок единого налога, который прошел в 2017 году, это большой положительный единый налог, налог на недвижимость. И там, где нет объединения предпринимателей, мы сегодня ощутили в районах, там нет таких изменений. Так вот, чтобы началось движение, мы должны все вместе выработать единое, наверное, свое, проявить желание изменить экономику нашей области. Мы абсолютно не занимаемся изучением экономического потенциала нашего региона. Вы показали хороший сюжет, но такие же это все-таки единицы. Давайте посмотрим, что делается у нас в районах. У нас есть хоть один район, который сегодня показал бы, что у нас. Вот мы работаем над тем, чтобы бизнес открывался. Первый, в каждом районе сегодня можно открывать перерабатывающую промышленность, производственные предприятия, искать возможности, как трудоустроить людей там в тех селах, районах. Для этого нужно объединять центры занятости, для этого нужно институты обучать, потому что надо готовить кадры, надо обучать там бизнес, надо с ними работать. Но этих программ нет. Без программ ничего мы не сделаем. Итак, первое, изучите экономический потенциал, потом разработать программы, финансирование и уже... И даже с властью центральной можно работать над тем, чтобы найти инструменты, которые помогли бы вот этому развитию. Пока мы начнем над этим работать системно, глобально, мы ничего не сдвинем. Так и будет у нас все время шарахание. Скажите, ну вот с одной стороны, да, есть хорошая идея. С другой стороны, ну вот жалко, Алексей Владимирович Мирошниченко должен был приехать, но у него там срочно поменялось что-то, в общем, он не смог доехать. У нас все-таки район дальний, Кривое озеро. А так, вот я как руководитель телеканала говорю, если у любого из руководителей района есть вот какие-то программы, хотя бы просто начинающиеся, какие-то еще, может быть, не реализованы до конца, вот, о которых вы говорите, мы с удовольствием приедем, снимем, покажем и расскажем. Однако, вот есть вы, есть опыт Ильи Шполянского, есть там Южная бизнес-школа, есть идеи Валентина Анатольевича, есть всегда готовый к сотрудничеству Дмитрий Игоревич. То есть, в принципе, есть достаточно людей, которые готовы, ну, подсказать, помочь, направить, инициировать. Вот скажите, вот вы сейчас говорите, это просто абстрактно, ну, надо, чтобы что-то было. Либо вы уже что-то начинаете делать, или там что, готовы начать что-то делать, и вопрос только в том, чтобы дальше кто-то вот это подхватил. Я сегодня вижу, еще раз говорю, я вижу сегодня в объединении усилий власти и бизнеса и начать работать над развитием нашего региона, экономическим потенциалом нашего региона. Илья и вот те примеры, которые показали, это как раз те зерна, которые уже у нас прорастают. Они пример для тех, которые сегодня должны подражать этому примеру и развиваться. У нас проблема в том, что у нас
и объединены предприниматели, в основном это город Николаев, и у нас очень слабо объединены предприниматели в районах, и не проявляют желания к тому, чтобы меняться, что-нибудь инициировать. Вот какой-то там пессимизм, нежелание. Хорошо, так оно... может быть проблема не в том, что там кто-то чего-то не делает, а просто в том, что там людей, вот, которые готовы к таким изменениям, меньше. В конце концов, вот практически все, кто имеет дело с наемными работниками, говорят о том, что мы готовы брать людей, мы готовы брать на работу квалифицированных или, по крайней мере, желающих учиться. У нас, если взять центр занятости, кто говорит о том, что нам нужны люди, заявляют центр занятости и показывают потребность в кадрах. Ну, мы уже не говорим о качестве кадров, это самая большая проблема, потому что хорошие кадры уехали за границу работать, а этих еще не дообучили у нас. Но сегодня, посмотрите, что в центре занятости делается. У нас там настолько мало людей, предлагается, вакансии практически не заполняются. Ну, вы знаете, кто-то, по-моему, Жванецкий сказал, что сначала из страны уехали золотые головы, за ними золотые руки, остались одни золотые зубы. Но я, кстати, хочу сказать, что вот наверняка любой из присутствующих здесь работодателей расскажет вам историю, как к нему приходили с направлением из центра занятости и говорили: так, быстренько, 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 допишите, что я вам не подхожу, у меня там место на рынке стынет. Поэтому тут еще... Сколько приходило, у меня набор людей всегда открыт, потому что, слава богу, есть работа. Но из центра занятости ни одного человека не взял. Вот. А я откомментирую, что в основном, ну, я, может быть, не права, становится на учет, дабы получать пособие. Да? Да. И где-то работать. Да, я вам скажу, что на квалифицированных, у руководителей за квалифицированных хороших специалистов идет борьба. Вот я просто хочу обратить внимание наших зрителей на то, что любой из тех, кто, ну, в той или иной области является специалистом, а тут как раз, ну, достаточно разные представлены, да, сферы занятости, вот слышит, да, сейчас от нас, и в том числе, кстати, от меня, как от руководителя предприятия, что... нам нужны квалифицированные специалисты. Нам нужны специалисты, даже если они не квалифицированные на старте, то готовые работать над собой, готовые учиться. Желающие учиться. Вот мы уже пришли к выводу, что выпускники ПТУ, техникумов, берем, которые ничего, в принципе, не умеют. Главное, чтобы они хотели работать. Вот и это, кстати, тоже, да, обычная история. Куда я пойду, везде требуется опыт работы. Оказывается, и это не так. Можно я скажу? Да, пожалуйста. Вы знаете, вот давайте рассмотрим вопрос с центром занятости. Вообще-то я начала в этом году использовать инструмент центра занятости. Я считаю, что все наемные работники, которые ищут работу, мы должны их брать с центра занятости. И уже центр занятости первый. Если нам нужны специалисты, они не соответствуют нашим требованиям, то центр занятости их должен доучить. Там есть деньги. Второй момент. Если к нам пришли наемные работники и говорят: вы как-то мне так отметьте, потому что там мы понимаем, что он где-то работает, ему просто нужно, чтобы пособие получить. А теперь давайте зададим себе вопрос. А мы все ли пошли в центр занятости и сказали: обратите внимание на этого товарища, который у вас стоит в центре занятости, он не хочет работать. Я точно так же ищу наемных работников хороших, у меня точно такая же проблема, как и у всех. Я не могу найти хорошего бухгалтера. И я когда я говорю: я беру вас, я уже пробовала так. А он говорит: не-не, я не могу, вы мне не подходите. Как? А у меня времени нету, а у меня то, у меня другое. Вот надо идти, а я работаю с центром занятости, я в центр занятости заявляю, что сам отказался, а у меня было рабочее место, их надо снимать с учета. Если мы так бы все работодатели реагировали, они просто ставили по их требованиям, и центр занятости бы мешался. Поэтому нам всем нужно участвовать в этом процессе. Если мы все не объединимся и не начнем вот так шаг за шагом менять, то тогда, наверное, ничего не получится. Естественно, надо начать работать с вузами. Вузы, учебные заведения должны готовить нам тех, кто нам нужен. Ведь мы сегодня говорим: легкая промышленность, перерабатывающая промышленность. Где взять технологов, где взять кондитера, где взять мастера по производству мебели, по производству металла, где взять колбасный цех? Нету этих людей. Ну, значит, нам кто-то их нужен готовить. Теперь посмотрим, кого готовят наши вузы, куда уходят эти дети. Они сегодня не востребованы, потому что уровень их подготовки, а, если кондитер не соответствует, б, если он и научился, то он летом может быть в Коблево работать, но он не придет на то предприятие, где ему постоянно дают постоянное место работы. Он еще не может работать.
работать. Работодатель его должен обучить, а ему сегодня 3200. Это нормально с первого дня, как только он пришел. И меньше ты платить не можешь. А как же ты дашь 3200, ты еще тратишь ресурс на то, что ты его учишь. Понятия стажировки нет. А вот в этом сейчас работает, в этом году у нас мы запустили механизм с центром занятости. Мы теперь направляем наемного работника туда, он становится на учет, и мы принимаем их себе на обучение на месяц, два, три. Нам закон дал право. Но мы это начали постепенно действовать. Если мы все подключимся, эффект будет. Ирина, знаете, да, знаменитый исторический анекдот о том, как товарищ Сталин, я слышу, сейчас вот, сейчас подключитесь, товарищ Сталин назначил товарища Фадеева председателем Союза писателя. Тут к нему приходит и говорит, товарищ Сталин, ну что же, писатели, говорит, они вообще безнравственные, чужими женами спят, вообще пьянствуют постоянно вместо того, чтобы писать пролетарскую литературу. Ну что-то, как, что делать? Говорит, товарищ Фадеев, у меня для вас нету других писателей, работайте с теми, которые есть. Так что я хочу сказать, что, к сожалению, да, мы уже, слава богу, отошли от того, что страна плохая, государство о нас не заботится, у нас как бы с работниками проблема, но, слушайте, они завтра не появятся. Вот что делать-то будем? Работники сейчас нужны, квалифицированные. Про то, что у нас там девушки стоят под американским посольством с транспарантами, «Царство свободы, дорогу грудью проложим себе», это мы тоже как бы уже знаем, да, у нас брачные агентства процветают. Отечество славлю, которое есть, он трижды, которое будет. А здесь как бы вот история о том, что с одной стороны, а куда же я пойду? У меня, например, хороший мой знакомый недавно выиграл конкурс, стал директором колледжа ресторанного бизнеса, ну, ПТУ бывшая, на Чкалова там, помните? Так вот, говорит, не могу найти квалифицированного бухгалтера. У всех спрашивают, посоветуйте, может, есть бухгалтер? Приходят люди, говорят, не, ну вот там вот, знаете, там вот, чтобы мне много платили, а я бы появлялся, когда хочу на работе. Вот это может быть, а так нет, извините. И так, я думаю, любой из вас таких историй расскажет десяток. Так вот, что делать-то, собственно? Я хочу сказать, что мы так сейчас все так на центр занятости, так в большей или меньшей степени. Есть какие-то годами сложившиеся закоренелые и замшелые мнения. Ну, сегодня я скажу, что центр занятости тоже реформируется. Внедряется ряд онлайн-сервисов. Раз. Во-вторых, сегодня к переговорному процессу, что же делать, уже был ряд круглых столов, на которые были приглашены, кроме центра занятости, представители нашего образования, представители вузов, представители работодателей, представители студенчества. И, ну, вы знаете, поднять проблему – это уже какой-то шаг, искать выход из того положения. Да? Сегодня система образования тоже реформируется. Сегодня бизнес должен давать заказы. Причем не только там надо там столько-то агрономов, столько-то там кондитеров и так далее. То есть бизнес в том числе должен давать и квалификационные заявки. Ну, то есть какого качества специалиста после вуза какой-то определенной программе. И сегодня вузы, особенно, даже сказала бы не вузы, а больше ну, ПТУ, как мы их называем, профессионально-технические, они идут на то, что изменяют программы, они сегодня легче, быстрее адаптируются к тому, что надо работодателю. Это уже хорошо, есть ряд таких примеров. Сегодня центр занятости проводит для детей в экскурсии рабочие для детей, которые еще никуда не поступили. Они идут на стажировку, они смотрят производство и определяются с той профессией. К сожалению, подхватили далеко не многие. Но здесь мы имеем место быть, ну, у нас проблема-то общая, да, мы имеем и с подготовкой кадров в том числе. Подготовить кадр, надо кадру понять до вступления в вуз, потому что часто проблема в чем? Мама с папой сказали или где-то как-то поступил, получил специальность, ну, и не может, и не хочет, и не работает, и возникают еще одни проблемы тоже с трудоустройством, с тем, что ребенок выпустился, а он себя не видит, не чувствует и вообще никак в этой профессии. Поэтому ну, система гораздо более глобальная, и она не только для Николаевской области, я считаю, что проблема всей страны, адаптация все-таки и образовательного подхода, и подхода работодателя к тому, что... И проблема того, что все-таки надо хоть как-то прогнозировать, анализировать потребность в кадрах. Спасибо. Вот пишут, начиная с курсовиков и лабораторных и заканчивая дипломами, все, ну, кстати, и диссертациями тоже, все пишется на заказ, о каких специалистах можно говорить. А еще зрители пишут, что Аркадий Добогян такой печальный, что хочется узнать, в чем, собственно, вот причина этой его грусти. Аркадий Борисович.
Я сейчас должен объяснить причины грусти, да? Нет, вы можете просто что-нибудь сказать. О, уже улыбнулись, уже гораздо лучше. Знаете, ну вот я бы хотел буквально, да, вот сейчас вот что прокомментировать. Мы немножко стали говорить о кадрах, о центрах занятости. Мне кажется, к бизнесу это имеет наиболее общее отношение. Потому что это инструмент, их много. Нет смысла, может быть, так уж рассматривать именно этот. Вы знаете, вот я не знаю почему, но мне кажется, что вот мы много говорим о некой... о некой необходимости государства поддержать бизнес. Поддержать бизнес. Вы знаете, мне сложно судить за то время, которое я занимаюсь бизнесом, а это довольно давно. Я не помню, чтобы я остро нуждался в том, чтобы меня поддерживало государство. Ну, не было такой нужды. Мне кажется, государство, если уже мы заговорили о нем как о неком, как некой абстракции, должно задаться вопросом, для чего ему бизнес и каким он должен быть. Если, скажем, я бы занимался государственной политикой в области бизнеса, то развивал бы бизнес далеко не весь, а тот, перспективы развития которого давали бы мне в общегосударственном масштабе позитивную какую-то динамику. И не могу сказать, что меня бы абсолютно интересовало развитие всякого бизнеса и всякой предпринимательской инициативы. С одной стороны. С другой стороны, то, что касается бизнесменов. Много прозвучало вот мнений, и я с уважением отношусь к ним, о необходимости объединяться. Бизнес должен объединяться. Вы знаете, на моей практике, из моего опыта, бизнес объединяется тогда, когда у этого существует какой бы то ни было бизнес-интерес. То есть тогда, когда, скажем, слияние усилий, финансов, неких, я не знаю, эмоций, если хотите, может привести к увеличению бизнес-интересов. Такого рода объединения, они крепки, они существуют, они имеют формальные какие-то, скажем, основы. Что же касается объединения бизнеса вот на уровне таком декларативном, давайте объединимся и вместе пойдем вот что-то, значит, для себя получим или что-то попросим, ну, наверное, это имеет место быть, но скорее это какая-то общественная деятельность. На мой взгляд, вот я плохо себе представляю бизнесменов, которые будут объединяться без всякого на то бизнес-интереса. Ну, вот. Спасибо большое. Владимир Никифорович, пожалуйста, и я здесь вижу желающих говорить, пожалуйста. Друзья мои, много слышу разговоров о том, что вот кадры мы не куем приличные, да, и претензии, как всегда, к образованию. Я хочу реабилитировать всю высшую школу, приведя вам пример одного человека, который присутствует в этом, как это у вас называется, в этом павильоне. В этой студии. В этой студии. Вот рядом со мной сидит выпускник, значит, Национального университета кораблестроения, кафедры экономики и организации производства. Ну, и вы же, наверное, можете поклониться своим вузам, да, с благодарностью вспомнить тех учителей, которые их выучили, и дали возможность так хорошо, значит, вот, рассказывать здесь о проблемах, которые существуют. Я бы вернулся к теме, которая сегодня красной нитью прошла через вот почти все выступления. Тема альянсов. В развитии бизнеса заинтересованы все. На постановочном уровне все. Государство заинтересовано, потому что никаких угроз, да, средний бизнес, основа режима. Мы с вами заинтересованы, потому что, ну, есть энергия, есть потенциал, хочется работать, хочется созидать, да. Люди, народ хочет тоже, заинтересован в развитии бизнеса, потому что есть работа, да, можно хорошо зарабатывать, обеспечивать свою старость. Все заинтересованы, и то слово, которое здесь звучало, альянсы, является, мне кажется, ключевым. Да, нужны альянсы. Аркадий Ильич, знаете вам, как можно объединиться? Объединить всех, кто работает в белом, по белому. И объявить, что все, кто работает в вашем зерноторговом бизнесе честно, не подают руки тем, кто работает плохо, работает неправильно. Создать преференции для тех, кто пользуется вашими услугами, кто с вами совершает этот бизнес. Создать преференции и повернуть их лицом к вам, а не к тем, кто работает по-черному. Как пример, да? Дальше, дорогие мои, какой фонд занятости? Зачем вы загоняете проблему так далеко? Вот мы с областным фондом, значит, поддержки бизнеса придумали такую идею. Учебно-производственный кластер. Вам нужны бухгалтера? Придите и скажите, что вам нужны бухгалтера. И мы вам через 2 года выставим в ряд самых лучших детей, которые прекрасно обучены бухгалтерскому делу. Они у вас 2 года пройдут практику. Понимаете, да, это я бухгалтера говорю. Кто вам нужен еще? Кондитер? Ну, мы кондитеров не готовим. Инженер вам нужен? Родные мои, я помню время, когда я был начинающим преподавателем, и пачками по 60 человек
студентов-экономистов тогда водил на Черноморский завод на практику. Сам на Черноморском заводе начинал плотником стафеля, друзья мои. Вот заботился завод Черноморский, заботился о том, чтобы у него были специалисты. Не волав на весь світ, що дайте нам, знаєте, фахівців, дайте, знайдіть нам когось, хто буде будувати судна. Он этим занимался. Ви тепер всі повзрослели. Судя по вашим прическам, ви стали такі серйозними людьми, почти як я. Уже пора заниматься детскими вещами, уже нужно серьезно относиться к тому, что по-настоящему создает основу процветания страны. А если вы думаете, что это чернозем, если вы думаете, что это там, что металл, что там, руда, нет, интеллект, люди. А основной интеллект сегодня в высших учебных заведениях. Так давайте вот вместе с фондом поддержки бизнеса, вот еще один прекрасный, еще один прекрасный повод объединиться. Объединимся и говорите, нам надо через 3 года, вы же знаете движение кадров свое, вы знаете, вы видите свою перспективу, вы это чувствуете хорошо. И говорите нам, нам через 3 года нужен инженер, корабел, ну, пожалуйста, корабел. Вам нужен бухгалтер, пожалуйста, экономист, нет вопросов, менеджер. Вместе мы с вами таких сделаем специалистов, это будут просто абсолютные супермены. И поверьте мне, если еще и там, например, бизнес в конце концов соберет, вам нужен повод собраться, родные мои. Вас устраивает власть? Вам она нравится? Дорогие мои, да соберитесь и поменяйте ее. Господи, произошло так сложно, скоро выборы. Это я о выборах говорю, я сейчас не о Майданах. Боже, спаси, я никуда не зову. Родные мои, я не зову на Майдан, Боже, спаси. Выборы, но выдвините себя, вот сидит тут сколько, 7 человек. Титанов, которые знают, что нужно делать, как нужно. Вот живой сидит руководитель налоговой инспекции страны. Вот сидит руководитель, вот сидит, пожалуйста, Минпромполитика здесь представлена. Что, министерство, вы кто? Министерство логистики, министерство, вы все тут есть. Да сделайте что-нибудь, хватит дать честное слово. А мы вам поможем, с удовольствием, между прочим. Спасибо. Написали, Владимир Никифорович, написали, что вы неподражаемы. Я вижу все поднятые руки, но раньше всех поднимал руку Владимир Борисович. Все сейчас получат слово, пожалуйста. По поводу выборов Добобяна в президенты. То есть это не просто так, потому что на самом-то деле то, что он сказал, это абсолютно правильно. Поддерживать всех не нужно, надо селекционировать. И вот опять-таки то, о чем мы с вами говорили и раньше, и сейчас, в 17-й год хорошие вещи делаем, как и делали раньше, вместе с факультетом экономики моря Национального университета кораблестроения, мы создаем в этом году инновационный кластер. То есть это специальный хаб, который будет концентрировать в себе инновации, инноваторство со всего мира. Мы уже, благодаря тому, что работаем с инкубатором, мы уже на них экспериментируем новые методики, которые позволяют, используя нейропрограммирование и нейровозможности, вызвать в человеке самые позитивные возможности для моделирования, для изобретения новых вещей, которые востребованы не столько на территории нашей Родины, сколько во всем мире. Мы берем самые потрясающие инновационные изделия, которые украинцы на протяжении предыдущих 2-3 лет выпускали на весь мир, а вы представляете, их десятки на сотни миллионов долларов товарооборота. Мы вбрасываем это вот в такой инновационный кластер для того, чтобы стимулировать таки предпринимательскую деятельность, но не с точки зрения продажи здесь секонд-хенда или китайского ширпотреба, а производства нового востребованного товара, востребованного во всем мире. И я считаю, что вот такой позитив, поддержанный, я надеюсь, в том числе и нашими властями, позволит не только говорить о том, что сегодняшнее у нас есть настоящее, но у нас будет полноценное перспективное будущее. Мы сформируем новое поколение предпринимателей, которые будут выше той части разговора, о которой мы сегодня с вами говорили. Спасибо. Уважаемые гости, я сейчас вот всем хочу все-таки дать слово. Вот 3 человека у нас здесь сидит. Пожалуйста, очень прошу, вложитесь в каждый в свои 2 минуты, посмотрим один сюжет, и потом гости уже плавно будут выводить нас на коду. Пожалуйста. Я поддерживаю тезис Аркадия о том, что бизнесу нужно объединяться исключительно ради цели. Да. Бизнес должен зарабатывать деньги, а уже инструменты, которые он применяет, давая рабочие места, платя налоги, это, конечно, ну, те задачи, которые он обязан при этом выполнять. Поэтому бизнес объединяемся для того, чтобы больше зарабатывать. Да, да.
Спасибо. Илья. Ну, получается какая-то очень странная схема. Например, Вячеслав Симченко платит налоги, на которые государство, делая заказ... Сейчас раскрывайте схему Вячеслава. Готовит специалистов, которые, когда приходят к Вячеславу на работу, оказываются не специалистами. И он их учит. Опять тратит свои деньги. Получается, что на самом деле колоссальнейшей проблемой сегодня является разрыв между образованием и производственником. То есть отсутствие производственной практики, ну или производственного обучения. Может быть, разработать такой механизм и там внедрить такой механизм, который позволит обучение, да, и ну, какая-то компенсация этого обучения, и оплата этого обучения службы занятости из других источников непосредственно на производственных предприятиях с максимальным упрощением лицензии, ну, которая все равно понятно, что она нужна, но она сегодня такая сложная, что сегодня, ну, и это из области фантастики, ее получить. И момент, я изучал, как получить лицензию там на какие-то производственные профессии. Практически настолько оторвано от жизни, что там, ну, вот полугодичный курс, но реально в этом полугодичном курсе нужного там 10 дней, остальные 5 месяцев и 20 дней это не нужно. То есть это должен формировать сам работодатель, сам производственник, каким должен быть этот курс. Это было бы очень интересно. Этот механизм создавал бы действительно рабочие места. Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу сказать Владимиру Никифоровичу, что мы в данном случае не ругаем образование, мы говорим о тех людях, которые, получая образование, в общем-то, не готовы работать. Потому что ведь вопрос не только в наличии диплома, вопрос в готовности меняться, вопрос в готовности учиться. Учиться. Мы говорим, ну вот сидит человек, который опровергает все разговоры о том, что высшая школа не работает правильно. Ну вот рядом со мной слева, под сердцем моим, мой ученик. Мы говорим не о том, что высшая школа не работает, а именно этот человек вам говорит о том, как сложно ему найти тех людей, которые будут не только с дипломом высшей школы, но еще и мотивированы и действительно готовы учиться и меняться. Я бы вам рекомендовал не критиковать Парсяка. Вы послушайте Илью, вот он говорит вам правильные вещи, он это почувствовал, он нащупал уже. Нам нужно собраться вместе, нам нужно собраться и договориться. Что нужно делать? Правильно. Вам не надо создавать учебные центры, а нам не надо создавать лаборатории у себя, потому что потратим кучу времени и денег попусту. У вас есть уже готовые лаборатории, станки, оборудование, все у вас уже есть. У нас есть наш потенциал, мы умеем учить. Это, знаете, тоже искусство. Да, придите в университет, попробуйте прочитать лекцию. Хотел бы я посмотреть на этих студентов, Господи, прости. Понимаете? Каждый умеет делать свое дело. У каждого из нас свой бизнес. Да? Все, наши собрались вместе и быстренько организовали это, как мы его назвали с вами, учебно-производственный кластер. Все, проблемы решены. Любому бизнесу, пожалуйста, специалисты, песня. А вы ходите в фонд занятости. Вы знаете о том, что в фонде занятости люди пережидают. Я вам скажу, что я не декларирую. У меня сегодня на предприятии 39 выездных кафедр. И я сегодня студентов нашей аграрки мониторю от А до Я. И агрономов, и механизаторов, и так далее. У нас есть разные и по тваринництву программы, и по рослинництву, и по растениеводству. Так, господа, все, давайте мы... Я говорю о рабочем классе... Я говорю не только вузы, а нужны еще просто механизаторы. Просто как говорил Александр Иванович Куприн, каждому свой заусенец больнее чужого рака. Елена Андреевна, пожалуйста, ваши 2 минуты. Абсолютно правильно сказали, потому что мы, спектр малого и среднего бизнеса, он очень обширен. Давайте посмотрим, мы сегодня как начинаем говорить о проблемах и возвращаемся о том, что к производственной сфере. Что нужно? Мы говорим о развитии и касаемся производственной сферы. Это помещение, это налоги, это кадры, это все производство. Это очень надо Украине. Иначе Украина экономика не будет развиваться. Давайте теперь посмотрим малый и средний бизнес.
это торговля в основном, это перевозки, это услуги, сфера услуг, парикмахерские, это фармацевты. Мы все делаем, мы обслуживаем население. И сегодня говорить парикмахерам, что им нужна помощь, им не нужна помощь. Они сами себя регулируют. Им самое главное, дайте только нормальные налоги, и все, они больше никогда не придут и ничего не посмотрят, не попросят. Если мы говорим о автоперевозках, сегодня есть машина, есть водитель, дайте маршрут, не берите взятки, они работают. Им тоже, да? Можно вспомнить зубные, но им не надо помогать. Но есть сфера предпринимателей и направления, которым действительно нужна помощь. И если говорить о бухгалтерах, мы еще не понимаем проблемы бухгалтеров. Так вот вы говорите, вы закажите нам, и через 2 года вам дадим бухгалтера. Бизнесу нужен бухгалтер сегодня. Поменялась система налогообложения с 1 января. И что произошло? Катастрофа. Сотрудники налоговой не знали, как начислять заработную плату. Бизнес не знал, как начислять заработную плату. А бухгалтеров не было. Как только уберут упрощенную систему налогообложения, мы захлебнемся от отсутствия бухгалтеров. Кадровый потенциал бухгалтеров очень слабый. Я тоже ищу бухгалтеров. Невозможно найти специалиста. Если вы понимаете перспективу, друзья, самозанятый, ему еще нанимать бухгалтера, ему надо содержать, платить зарплату. Хорошо, господа, я понял. Мы просто, как всегда, разговорились под конец передачи. Именно в конце передачи оказалось, что нам нужно еще часик поболтать. А до того я целый час мы думали, что же мы еще второй час будем делать. Давайте все-таки сейчас посмотрим сюжет, который подготовил Федор Бондарь, о том, как оно там у них происходит. Интересное сравнение Украины с Польшей, поскольку в свое время Украина была для поляков некой меккой, где все хорошо, у них все сложно, а потом все стало совсем по-другому. Почему так? Давайте глянем. Буквальне порівняння ситуації в Польщі та в Україні було б, мабуть, некоректним. Але певні паралелі провести можемо. По-перше, Польща була однією з країн так званого соціалістичного табору. На зламі епох стартові позиції у України були відчутно краще. Це визнавали не лише борці за незалежність нашої країни. Пам'ятаєте, на початку 90-х років у Польщі купували практично будь-який товар, вироблений в Україні, від кип'ятильників і прасок. Але так було. Тепер ми намагаємось чомусь навчитись у поляків. Зокрема, приймаємо їх досвід децентралізації. У сфері бізнесу також є на що звернути увагу. Близько 70% внутрішнього валового продукту у Польщі створюють саме підприємства малого і середнього бізнесу, яких тут понад 2 мільйони. Найбільше їх в сільському господарстві, будівництві, торгівлі, виробництві продовольчих товарів та юриспруденції. До речі, зареєструвати свій бізнес громадянин Польщі може через інтернет. Діє урядова програма «Підприємництво понад усе», котра, зокрема, передбачає діяльність особливих економічних зон для прискореного та рівномірного розвитку регіонів через залучення нових інвесторів та створення нових робочих місць. Підприємства, що діють в рамках зони, користуються податковими пільгами. До речі, Україна і Миколаїв в тому числі мають досвід існування таких територій, спеціальних економічних зон, котрі, на жаль, були закриті гамузом на початку 2005 року. І ті, котрі створювали на сході країни для імпортування спирту та курячих ніжок, і Миколаївську, в якій будували судна. Практикується в Польщі також фінансова допомога від держави на відкриття бізнесу. В першу чергу субсидують нові підприємства у сферах капітального будівництва, розвитку міської інфраструктури, альтернативної енергетики. Інвестують у Польщу і з інших країн Європейського Союзу. Ну і, звісно, мрія українського бізнесмена – дешеві кредити. В Польщі банки надають підприємцям займи на розвиток бізнесу під 5-6% річних, а для будівельників може бути і ще менше. Отже, шановні гості, шановні експерти, у нас лишилося 8 хвилин до кінця програми, тому я надаю вам кожному ваші законні 2 хвилини, і потім у нас лишиться ще 2 хвилинки на, можливо, якісь, ну, зовсім коротенькі коментарі. Будь ласка, Дмитро Ігорович. Я би хотів в завершенні сказати, оскільки наша сьогоднішня основна тема – це умови ведення бізнесу в Україні. От в останньому сюжеті ми бачили, як в Польщі все хорошо. Я хотів би все-таки с оптимизмом посмотреть в будущее и сказать о том, что у нас в Украине условия, поверьте, не хуже, и мы точно так же можем создать тут, по сути, то же самое. Да? Поэтому меньше просим, меньше плачем, больше делаем, стараемся, как бы, ну и меньше ждем от государства, больше все-таки стараемся сделать самостоятельно. Да? И все-таки
рыночная экономика на то и рыночная, чтобы ее меньше как бы регулировало государство в том числе. Если нужно там в Николаеве 100 парикмахерских, будет 100, а еще 100 закроется, я образно выражаюсь. Поэтому поменьше тоже тут должно быть вот этого государственного регулирования малого и среднего бизнеса. Естественно, надо ему там какой-то дать, может быть, определенный толчок в плане налогообложения, то, о чем вот Елена Андреевна говорит. Я думаю, что все-таки все у нас будет хорошо. Спасибо, Дмитрий Ильич. Я хочу сказать за счет оставшихся у вас секунд, что я просто из личного опыта общения с центральной налоговой, ну, собственно, еще и даже до того, как вы туда пришли, то есть достался хороший коллектив, а уж тем более при вашем руководстве, знаю точно, что то, что вот вы провозгласили, что налоговые инспекции должны быть сервисными центрами, а не, сказать, карательными органами. Это действительно соответствует действительности, в самом деле соответствует действительности. И поэтому вот то, о чем Дмитрий Игоревич говорит, это такая вот маленькая реклама за наш счет, да? Это в самом деле так и есть. И если нужна помощь, если нужны советы, если нужна какая-то, ну, серьезная, может быть, там многоуровневая консультация разных специалистов, поверьте, вот здесь вам точно никогда не откажут. Это я знаю по собственному опыту. Это правда. Надежда Валерьевна, пожалуйста. Такая, я могу присоединиться как клиент сервисного центра центральной налоговой ко всему, что сказано. Хотелось бы сказать, действительно, проблем много, условий, но если не жаловаться, посмотреть, я не знаю, статистику смотреть или что, но я все равно наблюдаю строящиеся элеваторы. Мы наблюдаем с вами строящиеся маслоперерабатывающие заводы. Мы с вами наблюдали сегодня в сюжете о том, что и кораблестроение в тех или иных масштабах у нас возрождается. Спрос рождает предложение. И действительно, рынок, он на то и рынок, что есть саморегуляция, ему достаточно дать условия игры. Все остальные инструменты бизнес-процесса, любые, они все бизнесмены, то он и бизнесмен, наверное, чтобы принимать какие-то условия и думать, что с ними делать и как адаптироваться к условиям среды, которые есть. Вообще посмотрела последний сюжет и думаю, почему бы Николаев не объявить свободной экономической зоной и саморегуляцией. Ну, это было бы прекрасно, это было бы интересно, это был бы эксперимент, это был бы вызов на самом деле, но это было бы хорошо, мне кажется, потому что есть много различных аспектов, которые к этому все-таки мотивируют. Спасибо. Нам тут уже подсказывают новые темы для расследования. В частности, рассказывают, что в Новоодесском районе центре занятости практически невозможно стать на учет, если у тебя нет либо стажа работы, там, либо есть земельный пай и так далее. Я думаю, что об этом еще мы поговорим отдельно, и наверняка это может стать и тема журналистских расследований в том числе. А главное, вот мне очень нравится все-таки тот оптимизм, с которым мы вот подходим к концу программы. Если не жаловаться, если не... Знаете, вот Илья Шполянский мне когда-то сказал интересную вещь. Когда приходит раненый человек, ну, инвалид из АТО, очень важно, есть, оказывается, такой медицинский термин, не дать ему свалиться в втянуться в инвалидность. Да? Вот когда, ну, сначала там процесс адаптации, да, а потом когда, все у меня плохо, и никому я не нужен, и так далее, то все, человек как бы вот выпадает из социума. Вот, наверное, то, о чем мы здесь говорим, очень важно для того, чтобы многие из наших зрителей, в том числе вот этот товарищ, который звонил и говорил о том, что он 2 года без зарплаты, чтобы они не втягивались в вот эту самую социальную инвалидность. Я вообще не понимаю, как можно 2,5 года жить без зарплаты, а семью кормить, а все остальное. И как можно туда ходить? У меня есть одна на эту тему забавная рассказка. Если успеем, расскажу. Пожалуйста, Валентин Вячеслав Валентинович. Раз в добавление к сюжету Феди Бондаря. Действительно, и в Польше, и в Словакии, и в Чехии можно тут гордиться за наших людей. Очень много наших украинцев, которые занимаются в этих странах бизнесом. Занимаются очень активно, очень успешно. Опять же, если возвращаться к нам, бизнес – это, наверное, наиболее живучий организм, который вообще есть в государстве. Согласен, опять же, соглашусь с Аркадием, что бизнес достаточно эгоистичен. Он по природе своей не желает, как правило, каким-то объединениям, если нет в этом смысла. Именно потому он и выживает, потому что он эгоистичен.
весь функционал, там, подготовки рабочих, прочее, это все тоже бизнес может делать, но ему это, опять же, оно чуть-чуть не свойственно философски, тогда теряется сам вот цель, сама вот философия бизнеса, она немножко вот размазывается. По большому счету, опять же, уже звучал тезис, бизнесу, по большому счету, не нужна поддержка государства, действительно. Ему, общеизвестно, надо просто желательно не мешать. Даже если мешать, он все равно выживет, он будет работать, развиваться в той либо ином виде, но лучше ему не мешать. И если будут какие-то стабильные правила игры, вот, то в этом случае можно будет смотреть наперед, на 2-3 года, что-то себе планировать, кого-то готовить, а сегодня пока все-таки бизнес живет в таком режиме нон-стопа. И дальние перспективы, ну, не всегда получается так вот планировать по людям. Большое спасибо. Ну, я рад, что наши гости успели высказаться. У нас еще осталось 2 минуты, даже, думаю, 1,5. Вот по 0,5 минуты могу раздать. Пожалуйста. По общим оценкам экспертов в 2016 году экономика, в данном случае, например, по отрасли строительства, дала, ну, очень хороший отрыв от нуля, порядка 6-7%. Приятно было побывать во Львове, в Харькове, да и в Киеве, и видеть, как действительно развиваются стройки. В нашем городе пока осмелились что-то повалять, построено раньше. Но я желаю новым предпринимателям и теми, кто хочет стать, в первую очередь ценить свои таланты, не бояться их раскрывать, верить в себя и приходить в Николаевский клуб директоров, а мы поможем тем, что им не достает. Спасибо большое. Я очень хочу, чтобы Аркадий Добрыгин вот все-таки 0,5 минуты сказал, потому что он, как тот Беня Крик, говорит мало, но так, что его хочется слушать. Спасибо. Вы знаете, я бы хотел сказать вот что. Бизнес – это своеобразная социальная игра. Как у любой игры, у нее есть правила. Очень важно понимать, что человек, вступающий в эту игру, будет либо играть по этим правилам, или рано или поздно и из игры его просто вынесут. Поэтому я бы хотел, обращаясь к тем людям, которые планируют им заниматься, предложить все-таки осознать правила этой игры, а уже после осознания вступать в нее. Спасибо. И последняя 0,5 минуты за неимением Ухмановского я предлагаю нашему еще одному бизнес-пророку Владимиру Борисовичу Евсееву. Подводите итог. Уважаемые коллеги, мы хоть и не чувствуем это на себе, но на самом-то деле мы находимся уже в 4-й научно-технической революции. Вы вот были только в Европе, вы смотрели, как это происходит. Задача сегодня и нас, и высшей школы найти место наших молодых и не только молодых ребят в этой эволюционной, в этом эволюционном прорыве. Если мы найдем, мы сложимся, состоимся как народ, как нация, как страна. Если нет, все равно найдем. Дякую. Дякую всім, хто був з нами. Судячи з того, що писали на Фейсбуці наші глядачі, їм це було цікаво. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша програма, хоча і почалася вона в такому звичному ритмі, ну все погано, держава там про нас не дбає тощо, вона все ж таки вивела нас на певні шляхи, ну якщо не вирішення, то принаймні розуміння того, що нам робити з тим, що відбувається вже зараз, сьогодні, з кожним з нас. І якщо ми зрозуміємо те, про що казали наші гості, наші експерти, що у будь-якому випадку все залежить виключно від кожного з нас, то я впевнений, нам буде жити набагато легше, краще, і держава наша, і країна наша будуть саме такими, у яких ми хотіли б жити і ростити наших дітей. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного четверга. На все добре.